Женщина, стойте! Пропустите! Простите, но туда нельзя! Дочь моя! Не положено! Прошу! Юля! Юлечка, девочка моя! Простите! Инна, ну ты даешь. Ты могла как-то меня заранее предупредить? Лёль, форс-мажор. Олег заболел, вот меня и выдернули. Сама понимаешь, репортаж об открытии дворца бракосочетания – это вообще не мой профиль. Ну да, бракосочетание-то не про нас. Ладно, не переживай, подруга моя. Сделаем из тебя красавицу. Все, пока, до встречи. Максим, ты собрался? Пролив, вытянутый участок водной поверхности, соединяющий две акватории и разделяющий два участка суши. Максим, ну ты что, давай поторапливайся, мне Инна звонила. Через полчаса мне надо быть на работе. Хорошо. Так, все, завтра Жедику позвоню, пускай тебе какие-то, что ли, полки сделает, а то бардак. Теперь я точно ничего не найду. Что? Да мне и без полок было хорошо. А с полками будет просто идеально. Все, скоренько, скоренько, пойдем. Батюшки, красота моя писаная. По какому случаю? А вот как раз за красоту и пожаловала. По какому поводу? А вам все знать надо? Невесту будем из нее делать. Привет. Здрасте, Валентина. Привет. Радость-то какая. Да неужто ты опять замуж собралась? Так, быстро говори, кто. Репортаж я буду делать об открытии дворца бракосочетания. А там девчонки все молодые, красивые. Не могу ж я пугалом. Прекрати, Кокенко. Все были такими пугалами, я без работы бы осталась. Пойдем. Пойдем. Ну вот. О! Шикарно, шикарная красавица. Ну вот так не стыдно в люди выйти? Нравится тебе? По-моему, отлично получилось. Спасибо, подруга. Тебе-то как, нравится? Очень нравится. Может, все-таки поярче что-нибудь, губы, макияж или так хорошо, нет? А мы сейчас с Ларисой посоветуемся. Смотри, какую она невесту сделала. Ой, Любовь Павловна, мне до вас еще далеко. Так, ладно, не скромничай, все три невесты к тебе записались. Как вам, нравится? Очень красиво, да. Ладно, я уже заканчиваю, сейчас посмотрю, что можно сделать. 20 минут у меня есть, я подожду. Хотя за ваши дурацкие шуточки стоило бы тебя без кофе оставить. Спасибо. Ну, вот, я же не зверь какой. На, бей. Валентина Петровна, что вы в самом деле? Я пошутила, вы все всерьез воспринимаете. Мы готовы рассчитаться. Пойдем, Ларис. Вкусный кофе. Спасибо. А что за шуточки? Они пошутили, что Инна выходит замуж. А я, дура, поверила. Ну ладно, Аня, а ты-то что скрытничаешь? Ты думаешь, я ничего не вижу? Как только минутка свободная по телефону, шу-шу-шу, глазки светятся. Ну что, у тебя-то, по крайней мере, к свадьбе идет? Да вы что, какая свадьба? С чего вдруг свадьба? Валентина Петровна, человек только что развелся, дайте в себя прийти. Вот мы с Инной после развода о замужестве даже думать не хотим. Угу. Действительно, что это я с вами о замужестве разговариваю? Кругом одни разведенки. Так, Инна, за счет заведения. Конечно. У нас была свадебная прическа и мейк. Отлично. Я слышала, что открытие ровно в 12 будет. Смотри, вон уже телевизионщики стоят. Ну и что, мы все равно в толпе где-то будем стоять. Вот еще в толпе. Ты как знаешь, а я поближе к невестам проберусь. Прикинь, если удастся букет поймать. Тогда тебя точно покажут по местному ТВ. Не завидуй. Смотри, вон, кажется, Толмачева едет. Похоже, да. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Вера Андреевна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рада, что именно мне предоставили такую честь открывать новый дворец бракосочетаний, прекрасное здание, в котором будет происходить одно из самых важных событий в жизни молодоженов. Здесь будут регистрироваться новые семьи, новые судьбы. Здесь будет регистрироваться рождение детей. Поздравляю вас и от имени администрации города заверяю, что поддержка молодых семей является одним из приоритетных направлений нашей работы, так что можете смело обращаться к нам за помощью. Да-да, обращайтесь! Она и вам наобещает, как и мне, только ничего не исполнит. А этот гад до сих пор здесь это ходит. В аду! Гореть в аду будешь! Это все так просто не закончится. Он до сих пор где-то здесь бродит. Да не трогайте вы меня руками! Я надеюсь, что этот инцидент не испортит праздничного настроения. Еще раз поздравляю и предлагаю приступить к торжественному разрезанию ленты. Дорогие друзья, сейчас состоится торжественное открытие нашего дворца. Аплодисменты. Проходим. Ты это снял? Да, все отлично. Ты знаешь, кто это был? Это Хлебникова. У нее в прошлом году дочь убили. А вот что за счет у нее с Толмачевой, хорошо бы нам разузнать. Пойдем, а то Мендельсона пропустим. Ура! Ура! Все, собрал, как вы просили. Стеллаж готов. Ой, спасибо тебе, Эдик, большое. А то у Максима все время такой бардак. А ты можешь у меня подсветку на кухне починить? А то она не работает. Да, конечно. Только надо будет электричество в доме на какое-то время отключить. А, да? Сейчас, 5 минут. Я репортаж досмотрю. От души желаю молодоженам счастья. Любовь – это самое главное в жизни. Доверяйте друг другу. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах, делать предложения любимым женщинам, потому что в глубине души даже самая эмансипированная женщина мечтает услышать эти слова. Это моя подруга. Она еще вчера говорила, что замуж больше никогда не захочет. Девчонки, кто хочет замуж, ловите букет. Ну все, можно выключать. Мы вели репортаж об открытии дворца бракосочетания. С вами была Инна Берцева. До новых встреч. Доброе утро, Игорь. И добрее бывало. Она что, еще и телевидение подключила? Дай попробую угадать, о ком ты. Толмачева. Слушай, ну что за игры, честное слово? Конечно, Толмачева. Ты же здесь тоже по ее заданию. Я? Нет. Но я могу тебе кое-что показать? А этот гад до сих пор где-то здесь бродит. Гореть в аду будешь. Думаете, это вот так закончится? Ну, теперь понятно, чего Толмачева сорвала. Это где, когда? Это на открытии дворца бракосочетания. Толмачева речь толкала, Хлебникова ее чуть не сорвала. Но, видимо, прямиком оттуда ко мне и примчалась. С требованием возобновить расследование убийства Хлебниковой. Потом в полицию рванула, распорядилась усилить патрулирование во всем городе. И? Возобновили? Усилили? Чтобы расследование возобновить, мне реальный повод нужен, а не просто хотелки Толмачевой. А полиция патрулирует, да. Будут новости, расскажу. Договорились. Взаимно. Перцева, стой! Какое взаимно? Ты чего задумала? Но будут новости, расскажу. Вот Шерлок Холмс районного масштаба. Мало мне без тебя головной боли. Все, готово. Ой, Эдик, спасибо тебе большое. Какой ты молодец. Все ты можешь, и полки повесить, и в электричестве разбираешься. Повезет же девушке, на которой ты женишься. Ты, кстати, нашел уже кого осчастливить? Нашел.
Я даже уже и кольцо купил. Хорошо, только ты не затягивай. Ты слышал, что Инна сказала? Да, очень правильно сказала. Ведь так сложно найти по-настоящему родную душу. Угу, вот да. Чтоб сразу было понятно, что это твой человек. И букет ей очень правильный достался, с сиренью. А почему правильный? Белая сирень — это цветы невесты. Надо же, я всегда думала, что цветы невесты — это флёр д'оранж. Но это за границей, может быть, у них оранж это. А у нас самый красивый сорт белой сирени так и называется — невеста. Ладно, я пойду. Провожу. Так, сколько я тебе должна? Да все, как договаривались. Да, слушаю. Да нет, это я тебя слушаю. Виктория это. Помнишь, я к тебе на работу заходила по поводу отца твоего больного? Ты же обещала ему помогать, и что? Так, дамочка, вы меня не поняли? Я повторяю для вас еще раз. Этот человек бросил мою мать, когда она была беременная, и 35 лет ему не было до меня никакого дела, какое он имеет право сейчас от меня что-то требовать. А это тебе в суде расскажут, какое он имеет право. Поняла? Развод с ним твоя мать оформила? Нет. Да и матери твоей уже нет. А ты докажи, что он тебе не помогал. Маленькая была и не помнишь. Так что будь спокойна. Найдем мы на тебя управу. Не звоните мне больше. Мам, ты с кем ругалась? Ой, мы тебе заниматься не даем. То Эдик с мебелью, то я с телефоном. Прости, пожалуйста. Так кто звонил-то? Да это мошенники, замучили, если честно. Так, а что ты стоишь? Мы сейчас опоздаем с тобой к репетитору. Срочно собирайся. Хорошо. Максим! Максим! Мам, голова закружилась. Так, надо к врачу. Ты не ушибся? Вроде нет. Вика, ты Любаше звонила, да? Ей, кому же еще? И что? Она по-прежнему не хочет меня видеть? И слышать о тебе не хочет. Так, надо выпить лекарство. Не хочу я. Паш, ну что ты как ребенок? Ее тоже можно понять, она тебя в глаза не видела. Да и мать наверняка всякого нарассказывала. Просто надо немножко подождать. Уговорю я ее. Так, давай пей. Ты думаешь, удастся? Даже не сомневайся. Давай, давай. Пей лекарство. Давай. Чем вас не устраивает назначение терапевта? Да он сын даже не осмотрел. Говорит, анализы в порядке, витамин попейте. А мы витамины и так пьем. Но анализы действительно в норме. Он по какой-то причине в обморок упал. Перезанимался? Уроков много задают? Да так, по-разному. Да, конечно, очень много задают. Он к Олимпиаде готовится. Он один из лучших учеников лицея. Подождите, пожалуйста, в коридоре, я вас позову. Что значит подождите? Мы с вами обязательно побеседуем, но сначала я осмотрю вашего сына. Хорошо. Кофту снимай. Второй этаж, пятый кабинет. Заберешь результаты сразу ко мне. Хорошо, я понял. Мам, не переживай, все в порядке. А с вами пока побеседуем. Заходите. Доктор, а что это за дополнительное обследование? Диагноз какой? Диагноз? Диагноз простой. Попытка за счет сына реализовать свои родительские амбиции. Совершенно не заботьтесь о его здоровье, вашего ребенка. Так постойте, а при чем тут родительские амбиции? Я всегда ему говорю, иди отдохни, погуляй, поиграй в футбол. Я не виноват, что он любит учиться. Так что знаете что? Я знаю. Знаю. Да, Максим любит учиться.
Я так понимаю, что вас это вполне устраивает. Иначе бы вы нашли чему заинтересовать, помимо учебы. А не говорили бы при каждом удобном случае, что он лучший ученик. Да что такое говорить? Парень находится в постоянном стрессе. У него большие нагрузки. При полном отсутствии физической активности. Вследствие чего проблемы со здоровьем. Но ведь учеба это так важно. Это ведь его будущее. Я радовалась, что он у меня любит книжки читать, учиться. Я просто не хочу, чтобы он мою судьбу повторил, понимаете? Если вы действительно желаете добра сыну, то позаботьтесь о том, чтобы у него была полноценная жизнь. Иначе после очередной олимпиады или вместо нее Максим окажется в больнице и надолго. Отдайте его в спортивную секцию. А еще лучше заведите собаку. Это и свежий воздух, и движение, и режим, и ответственность. Да, он мечтал о собаке. Только тогда у нас жилплощадь не позволяла. А сейчас позволяет? Да. Вот замечательно. Поверьте, это лучшее решение. Ну, может. Да, вы все правильно поняли. Ну что врач сказал? Сказал, что у тебя будет собака. Мам, ты серьезно? У меня будет собака? Супер! Будет, будет. Значит так, я сейчас на работу поеду. А когда за собакой? И где мы ее возьмем? Ну, я позвоню, поспрашиваю. А сегодня у тебя выходной. Гуляешь, сериалы смотришь. К учебникам даже не притрагиваешься. Все, как доктор прописал. Да, собаке у нас будет хорошо. Когда мы дома, она хоть весь день может гулять по участку. Здорово ты придумал. Да нет, ты не думай. Это, например, когда я уроки буду делать. А так я всегда буду с ней гулять. Утром и вечером. И кормить буду, и мыть, и все-все буду делать. Ловлю тебя на слове. Ладно, поехали. Угу. Вот, посмотрите, пожалуйста. Тут все справки по болезни. И по родству их тоже. Вот, ну, что смогла, собрала. Вот. Он, Павел Анатольевич-то, сейчас только пенсию по инвалидности получает. Ну, это же слезы. Угу. Уход за ним постоянный, нужен сиделка. Угу. А деньги-то на сиделку где взять? Так, и вы хотите? А чего? Алименты пусть дочка платит. Ну, есть же такая статья в законе. Угу. Хорошо, я вас понял. Я ознакомлюсь с документами, ага. Подумаю, что можно сделать. Угу. Ага. Угу. А приходите ко мне... послезавтра, часиков в два. А это через день, да? Да, послезавтра. А, хорошо, поняла. Угу. У меня телефон звонит. А, ничего, ничего. Я подожду. Но мне бы ответить. А, извините, я могу идти? Да, конечно. Ой, спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Прости, не успел. Привет. Мы увидимся сегодня? Ну, да, соскучилась. И, если честно, то обстоятельства немного изменились. А я тебе при встрече все расскажу. Сейчас не очень удобно говорить. Я целую тебя. Все, пока. До вечера. Валентина Петровна, здрасте. Добрый день. Ларис, привет. Здравствуйте, Любовь Павловна. А вы же говорили, что с Максимом по врачам. Я думала, вас сегодня не будет. А, так уж съездили по врачам, я Максима домой отвезла. А мне Толмачева позвонила. Ну, ты знаешь, она кроме меня никого к себе не подпускает. Ну да. Любовь Павловна, можно я сегодня пораньше уйду? Ну, если записи нет, то, конечно. Что, свидание? Ну, да. А, кстати, я забыла совсем. Я же вещи свои сегодня разбирала, платье увидела, тебе подумала. Вот. Вот, смотри. Я его купила за границей, тебе пойдет. Ой, какая красота. Спасибо большое. Но оно ж, наверное, дорогое очень. Ой, да перестань. Я его все равно не ношу и носить не буду. А тебе сегодня пригодится. Спасибо. Бери, бери.
и прямо в нем ступай на свидание. И никуда от тебя твой кавалер не денется. Надеюсь, у меня сегодня все решится. Дай-то бог. Ну что, все-таки дело к свадьбе идет. Валентина Петровна, опять вы за свое. Ой, девки, ну что ж ты за мужик-то нынче пошел? Такой нерешительный. Ну, может, хорошо, что нерешительный. Решительный уже был, еле ноги унесла. О, это да. А ты примерь, а мы полюбуемся. По-моему, это любовь. Девочки, ой, смотрите. Боже мой, красота. Ну, красота писаная. Очень тебе идет, в этом платье на свидание иди. Ага. Вот еще палантин, он к этому платью подойдет. Либо ты можешь его на пальто сверху накинуть, хорошо будет. Какой у тебя кулон красивый. А где взяла? А это мой талисман. Это мне любимый подарил. В честь нашего знакомства. А где вы познакомились? Ой, это было так романтично, и место такое, прям, знаете, ну, какое-то волшебное. Ну, давай, расскажи. А нет, я вам потом расскажу. Это длинная история. Ну, во всяком случае, вкус у него отменный, могу поздравить. Кстати, спасибо за Эдика, отлично мне сделал стеллаж. Да, он очень классный, он такой ремонт сделал у моей сестры на даче. А самое главное, будка для собаки. Знаете, просто спастерил какое-то произведение искусства. Кстати, я совсем забыла, девочки, мне нужна собака. В смысле? Ну, мы были с Максимом врачом, посоветовала завести собаку, чтобы Максим чаще гулял на свежем воздухе, общался. Валентин Петровна, вы все знаете. Где собаку взять? Так подождите, Машка, племянница моя, она же работает волонтером в приюте для животных бездомных. Так вот, им на днях привезли лабрадора годовалого. Может, посмотрите? Ну, да. Я сейчас Машин телефон дам. Слушай, они такие хорошенькие. Вот видишь, все и решилось. Отправила. Спасибо большое. Ребят, понятно? Нужно встретить гостей, проводить. Здравствуйте, Наталья. Ну, сами понимаете. Светик, привет. Привет, где пропадала? Да у Румянцева была. А что, меня кто-то спрашивал? Нет, не спрашивал, но... Что? Просили тебе передать. Нет. Прости, я не удержалась, посмотрела. Что там? Ты случайно замуж не собираешься? Вчера букет в эфире поймала, сегодня духи дарит. Света, перестань, сама прекрасно знаешь, что нам только не присылают. А что, карточки-то не было? Нет. Может, кто-то из коллег пошутил на тему вчерашнего репортажа из дворца бракосочетания? Не знаю. А что Румянцев? Свежую инфу дал для очередного репортажа? По делу Хлебниковой с ним разговаривала. Слушай, вот думаю, надо программу сделать. «Год спустя» называется. А что, соберем людей, выслушаем все стороны. В конце концов, надо попытаться понять, почему до сих пор не найден убийца Юлии Хлебниковой. Давай попробуем. Действительно сиренью пахнет. Да. Да? Сирень. Так, значит, этих 30? 30? 30 флаконов, да. Ага, хорошо. Здрасте. 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 Ларис, выйдем на минутку, разговор есть. Никуда я с тобой не пойду. Если хочешь, здесь говори. Ладно. Я это... пришел у тебя прощения попросить. Возвращайся, а? Я обещаю, все по-другому будет. Нет, Коль. Сколько уже этих обещаний было? Развелись, значит, развелись, все. У тебя своя жизнь, у меня своя. И, если честно, я не хочу тебя видеть. У тебя что, кто-то есть? Даже если и так, это тебя вообще не касается, понятно? Вообще-то касается. Вообще-то нет. Я сказал, касается. Ты как была моей женой, так и осталась. Чтоб там тебе-то твой адвокатишка не наплел. У тебя с ним шашни, да? Да это вообще не твое дело. Все, разговор окончен. Я твоего адвокатчика на куски порежу. Ты с ума сошел? Да, сошел. Руки пойдем, я убери. Сказал. Я сказал, пойдем. Меня. Успокойтесь, выйдите, пожалуйста, с салона. Не лезьте, это не ваше дело. Вот помогите. Я сказал, пойдем. Прекратите. Так. Я вот полицию сейчас вызову. Я тебя предупредил. Будешь изменять, убью. Давай-давай, успокаивайся. Ну что же это такое? Он ведь и правда не отстанет, я же знаю его.
Не отстанет, значит, поможем. Ничего-ничего. Я на него управно иду. Я все свои связи подключу. Так, знаешь что, сегодня у тебя свидание, а вот завтра я лично за тобой заеду, поедем в полицию, напишешь заявление, что он на тебя напал. Давай. Люба права. Нужно этого твоего Николая приструнить, потому что он привык, что ты все прощаешь, ему прощаешь. Да я сама такая дура была. Вот правильно. Завтра поеду в полицию и все напишу. Молодец, девочка. Голова разболелась аж. Поезжай-ка ты домой. Отдыхай, отдыхай. Не переживай. Спасибо, Любовь Павловна. И от свидания не вздумай отказываться. Да, Маш, добрый день. Хорошо, можем сегодня, где встречаемся. Договорились. Ну что, ты надолго? Час-полтора, думаю, не дольше. Женечка, мне ведь по статусу так себя вести не положено. Жаль. А помнишь, как раньше? Ах, если бы можно было бы послать к чертовой матери все эти заседания и уехать подальше, и ни о чем не думать. Только ты и я. Так ну а что нам мешает? Ладно, освобожусь пораньше, наберу. Жду. Любочка, благодаря вашим процедурам я стала выглядеть намного лучше. У нас таки с мужем приключился второй медовый месяц. Как здорово. Вот новая маска, посмотрите, пожалуйста. Вы же помните, он у меня моложе на 5 лет. К тому же человек творческий, художник. Мне надо постоянно быть в форме. Как же я рад за вас, Вера Андреевна. Как утром мне сказал очень серьезный молодой человек, главное в жизни найти свою половинку. Вот, у нас с Женечкой именно так. Давайте вот эту. Хорошо. Ну что, Вера Андреевна, приступим? С удовольствием. Прошу. Мам, а сколько Маше лет? Да вроде твоя ровесница. Надо о многом ее расспросить. Как кормить и ухаживать. Ой. Я в интернете прочитал, что у лабрадоров локти лысеют. Им на очень твердым и мягком спать нельзя. Представляешь? Представляю. О, кажется, это они. Маша? Да. Привет, я Любовь Павловна. Здрасте. А я Максим. Ну, знакомься, Максим. Это Зевс. Привет, Зевс. Хороший. Зевс, стой. Зевс. Зевс, нельзя. Рядом. Похоже, ты ему понравился. Да, он нам тоже. Мы его берем. Мам, пожалуйста. Ну, такой большой. Ну, мам, пожалуйста. Вы не подумайте. Лабрадоры очень умные. Просто у него хозяин был дедушка старенький. Конечно, он им не занимался совсем. Я вам телефон кинолога дам. Он во все расскажет. Да, хорошо. Кинолог нам бы не помешал, потому что мы про собак ничего не знаем. А можно мы будем тебе звонить? Ты же собаками занимаешься, вдруг какой-нибудь вопрос будет? Да, конечно. Мой телефон у вас же есть? Угу. Звоните, не стесняйтесь, я всегда на связи. Ну, хорошо. Хорошо. Привет. Ты как, планы не изменились? Ну, тогда в 7 часов в парке. Я тебя целую, бегу. Надо декорацию поменять. Сделать что-то более мрачное под эту передачу. Света. Хорошо, я поняла. Анечка, минут, пожалуйста. Мне нужны телефоны и адреса вот этих людей. Хорошо. А Дмитрий Воронов, это кто у нас? Воронов Дмитрий Иванович был главным подозреваемым в убийстве Хлебниковой. Но потом предоставил алиби, и улик против него было недостаточно. Вот так следствие и заглухло. Светочка, сделаешь?
Ну, знать надо все, что возможно, и все, что невозможно, да? Спасибо. Это номер телефона кинолога. Он обучает собак для МЧС. Частные уроки тоже дает. К нему попасть очень сложно. И это дорого, но правда, оно того стоит. Его Дмитрий Иванович зовут. Воронов. Спасибо. Дмитрий Иванович, звоню. Вот. Вот молодец. Вот молодец. Похвалите собаку. Чапа, молодец. Так, сейчас, секунду, позанимайтесь пока. А ну-ка, давай, слушай. Да. Алло, здравствуйте, Дмитрий Иванович. Меня зовут Любовь Павловна. Мне вас посоветовали как лучшего кинолога в городе. Здравствуйте, Любовь Павловна. Я очень сожалею, но на данный момент я не располагаю свободным временем. Как же? Подождите, я готова на любые ваши условия. У нас никогда собаки не было, а врач посоветовал для сына завести... Сколько ему? Кому, псу? Год где-то. Сколько лет вашему сыну? А, сыну 13. Хорошо, я понял. А первое занятие пройдет в городском парке. При входе в парк через 100 метров будет аллея. Идете по аллее, не доходя до пруда. Там памятник. Вот там встречаемся через пару часов. А вы разве не сможете к нам за город приехать? Нет, занятие будет там. Хорошо, но только можно пораньше, а то у меня в 7 доставка. Любовь Павловна, пораньше я занят. По дороге купите собачье лакомство. И очень прошу вас не опаздывать. До свидания. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Какой общительный кинолог. С английской королевой, ей-богу. Проще договориться о встрече. Ну ладно. Девс, кого ты там увидел? Маша! Пойдем. Договорились с кинологом встретиться через 2 часа. Мам, Зевс классный! Я рада. Он попросил лакомство купить для собаки. Поможешь выбрать? Да, конечно, помогу. А мы тебя до дома проводим. У меня как раз рядом с домом есть зоомагазин. Вместе зайдем и купим. Хорошо. Маш, а Дмитрий Иванович, он всегда такой? Он очень добрый, да. Так собак любит, все-все про них знает. Это вам очень повезло, что он согласился. Угу. Ну, пойдемте. Зевс, пошли! Мам, ты точно ничего не перепутала? Он точно тебе здесь встречу назначил? Да здесь, Удивительный вот человек. Просил прийти минуту в минуту, а сам почему-то пунктуальностью не страдает. Да ладно, мам. Нам с Зевсом и самим здесь хорошо. Правда, Зевс? Пошли погуляем. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. Зевс, ты чего? Ты Максим? Да, а вы кинолог Дмитрий Иванович? Да. Как зовут собаку? Зевс. Хорошо. Давно он у вас? Да вот сегодня взяли. Да ты что? Так он признал уже в тебе хозяина. Правда? Смотри, как защищает. Лает на всех, охраняет. Молодец, Зевс. Лабрадор – это очень умная собака. Я знаю. И с ним возможно только доверительно-партнерские отношения. Лакомство купили? Да. Это хорошо. Лабрадоры ценят только благодарность и поощрение. Ни в коем случае не надо на него кричать. Хорошо? Угу. Достаешь лакомство из кармана и говоришь: «Молодец, Зевс». Молодец, Зевс. Ну вот и все. Здрасте. Здрасте. А вы Дмитрий? Иванович. А вообще-то я вас вон там ожидала. Опаздывал. Решил напрямик. А, так торопились, что куртку порвали. Да неважно.
Вы подождите там, в сторонке. Подышите воздухом, погуляйте. А мы с Максимом продолжим. Не поняла. В сторонке постоять? Мне? Да, вам. Подождать в сторонке. Потому что Зевс признал в Максиме хозяина. И мы только что в этом убедились. Ну и все. Я буду заниматься только с Максимом. А потом он вам расскажет, что надо купить, как вести себя с собакой. Мам, пожалуйста. Ну что, Максим, пойдем. Не будем терять время. Пойдем. Вперед, вперед. Давай, 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 давай. Потрясающе. Ин, кинолог этот какой-то жена-ненавистник. Значит, занятия плачу я, а присутствовать на них я прав не имею, ты представляешь? Ну как, вы же сейчас здесь, значит, вы имеете право присутствовать. Я перезвоню. Мам, ты не представляешь, какая у нас крутая собака. Дмитрий Иванович говорит, что Зев сам... Максим, ты мне попозже все расскажешь. Я так понимаю, Дмитрий Иванович торопится. Вот, пожалуйста. Маша мне рассказала ваши расценки, все верно? Верно. Звонить. Договоримся о следующем занятии. Макс, пока. До свидания, Дмитрий Иванович. До свидания. Какой ты хам. Мам, ты что? Ты не понимаешь, какой он крутой. А с собаками общается уровень бог. Ага, собачий бог с повадками добермана. Ладно, лишь бы он вам с Зевсом нравился, да? Зевс. Мам, а давай покажу, чему мы научились. Ну, показывай. Зевс, сидеть. Молодец. Так. Рядом. А еще Дмитрий Иванович научил, как его отпускать. Гулять. Зевс! Зевс, стой! Ты куда? Ой, научил так научил. Полное взаимопонимание. Пожалуйста, не уходите. Сейчас следователь подъедет. Скоро домой. Ну, да, спасибо. Поняла. Вам успокоительное тоже не помешало бы. Нет, спасибо, я за рулем. Уверена, что справитесь? Да, я в норме. Румянцев, Игорь Александрович. А вы, Любовь Павловна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Можно поинтересоваться, почему позвонили не в полицию, а Инне Перцевой? Ну. Потому что она моя подруга, и она криминальный журналист. И я поняла, что она лучше меня знает, что в таких ситуациях лучше делать, кому звонить. И к тому же она знала хорошо Ларису. Да, понимаю. А Инна еще не появлялась? А вот, кажется, она приехала. Да, 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 да. Как ты? Так. В норме. Вы сможете еще немного задержаться? Задам вам несколько вопросов. Да, конечно. Инна, к тебе просьба. Сегодня ты в эфир выдаешь только общую информацию. Подробности согласуем завтра утром. Разрешите? Как Макс? Как он отреагировал? Вроде ничего. Дали вот успокоительное. Получше. Замерзла? Да, пустяки. Давай, успокойся. Так. Ровно год, как под копирку. Пруд, девушка, обручальное кольцо. Не совсем под копирку. Из совпадений только этот же парк и обручальное кольцо. Да, и удар был всего один. Правда, сильный, бил наверняка. Следов борьбы нет. То есть на серию не тянет? Пока трудно сказать. Орудие убийства точно другое, потому что в прошлый раз был камень, в этот раз монтировка, молоток,
Ну, что-то подобное. Игорь, не для эфира, для себя. У нас что, в городе маньяк? Федор Алексеевич сомневается. Так что, Инна, ты, пожалуйста, будь осторожней с информацией. Завтра все, что смогу, расскажу. Хорошо. Только с мужем-агрессором развелась я. На тебе. Агрессором, говоришь? Что? Пойдем-ка с твоей подругой поговорим. Ну, пойдем, я не знаю. Я не знаю. Что ты не знаешь? Может быть... Все мы сейчас узнаем. Бывшего мужа Ларисы зовут Егоров Николай... Я не помню, кажется, Васильевич. Все, что я знаю, что он переехал после развода в квартиру, которая ему по наследству от бабушки досталась, где-то в третьем микрорайоне, но точного адреса я не знаю. И на свидание она с кем ходила, я не знаю, она не говорила. Но точно не с Николаем, тем более после сегодняшнего скандала. Скажите, Лариса после развода продолжала носить обручальное кольцо? Нет, точно нет. Ну и последний вопрос. Вы когда подбегали к берегу, никого поблизости не заметили? Я даже по сторонам не успел посмотреть. Собака залаяла, мы с Максимом побежали, и все. Любовь Павловна, спасибо, пока все. Поезжайте сейчас домой. Постарайтесь осторожно расспросить сына. Может быть, он что-то заметил. А завтра я к вам заеду, хорошо? Езжайте, отдыхайте. Очень прошу, никаких имен и версий в эфир не выдавать. Ты что, думаешь, что это Николай? Найдем, узнаем. У тебя с телефоном? Я битый час не могу дозвониться. Вер, ну ты же знаешь, что когда я в мастерской, я его отключаю. Что-то случилось? Что с тобой? Что за паника? В парке убили еще одну женщину. Ты не представляешь, как это ужасно. Ну, любое убийство — это ужасно. Вер, ну а что тебя больше взволновало? Сам факт или что? Ты была с незнакомой? Да не в этом дело. Ровно год назад в том же парке убили девушку. Это катастрофа. Прости, что-то я не понимаю. Да что тут непонятного? Раньше меня донимала только мать Хлебниковой за то, что не нашли убийцу ее дочери, а теперь еще и... Я и так вся на нервах, а тут еще ты пропал. Вер, ну успокойся. Ну, куда я пропал? Ну иди сюда. Я здесь, все хорошо. Чего ты так разнервничалась-то, а? Это ужасно. Сейчас я чай поставлю. Ну, может, что-нибудь покрепче? Вер, ну, все же хорошо. Успокойся. Тебе надо отдохнуть. Ну, все, все. Это катастрофа. Здравствуйте. В эфире программа «Новости Вознесенска». И с вами ее ведущий Иван Томилин. Сегодня в программе. На улице Пушкина открылся еще новый завод. Сегодня в нашем городе завершился российский лучше сразу две. Фестиваль «Вознесенские вечера». Но начнем мы, к сожалению, с криминальных новостей. И с нами на связи наш специальный корреспондент Инна Перцева. Сегодня вечером в городском парке возле пруда была найдена убитая женщина. Если вы располагаете какой-либо информацией, либо находились недалеко от места совершения преступления,
звоните на горячую линию. Я же вас предупреждал. Телефон горячей линии вы можете увидеть внизу. Не послушали. Итак, все, когда же вы поймаете этого гада? Пожалуйста, звоните по этому номеру. Ну что ж, перейдем к культурным новостям. Сегодня в нашем городе завершился российский театральный фестиваль «Вознесенские вечера». И главный приз за лучшую женскую роль получила наша землячка, актриса Вознесенского академического театра Анна Завьялова. Мы рады и горды. Давай у соседей узнавать. Угу. Добрый вечер, Анна Васильевна. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Здравствуй. Соседа своего не видели, Николая Егорова? Был он дома? Да, был. Днем уезжал куда-то. Потом вернулся, расстроенный такой. А вечером в 7:00 примерно снова умчался куда-то, как оглашенный. И больше не появлялся. Я бы услышала, у него дверь скрипит. Спасибо, Анна Васильевна. Если услышите, что дверь скрипит, позвоните мне, пожалуйста. Хорошо, Сережа, позвоню. Случилось что? Да нет. Аварию устроил и сбежал. Вот ищем. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Зевс, пойдем со мной. Пойдем. Мам, пойдем. Зевс. А можно сегодня Зевс со мной поспит? Ну, хорошо. Подожди. А Маше рассказали про тетю Ларису? Я думаю, что да. Хочешь, мы ей завтра позвоним, узнаем, как она. Давай. А может, съездим к Маше в гости вместе с Зевсом? Конечно, съездим. Какой ты у меня чуткий. Ладно, а сейчас спать, потому что рано утром я тебя разбужу гулять с Зевсом. Я готов. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот, посмотрите. Он был? Ну да, точно он. Был явно чем-то замороченный. Вот купил как воду. Потом вскочил, ушел. Как давно ушел? Да, хорошо. Полчаса. Да, минут 40. Мы нашли в машине его вещи. Никуда не уходите, я сейчас подойду. Угу. Посмотрите, похоже на кровь. Вызывайте эвакуатор. Игорь Александрович, нашли машинку. Нужен эвакуатор. А в ней толстовка с пятнами крови. Да, машина небольшая. Да, я уже распорядился. Да. Понял. Сейчас адрес кину. Значит, эвакуатор я сам дождусь. Отправлю машину на экспертизу. А вы едете к нему на адрес. Смотрите, может, вернулся уже. Если нет, то караульте. И ждите, когда я приеду. Угу. Все? Давай заканчивай вопрос. Иди в машину, я сейчас подойду. Садись кофе пить. Угу. Он, конечно, за Машу переживает, даже позвонил ей. Но я ему обещала, мы завтра к ней заедем. Лёль, скажи, а платье, что было на Ларисе? Твое платье? Ага. И палантин такой, я, кажется, у тебя видела. Да, я вчера подарила ей это платье. Я ей все равно его сама не ношу. А ей оно так шло, у нее еще такой кулон был. Красивый, с платьем сочетался. Кстати, а когда ее нашли, кулон был на ней или нет? Понятия не имею. Смотрим внимательно. Ищем железный прут, арматуру, молоток. Да воду выбросил наверняка. Тут без водолазов не обойтись. Сами мы ничего не найдем. Не найдем?
Вызовем водолазов. Работаем. Заеду к Румянцеву, спрошу, нашли они или нет этого бывшего мужа. Нет, я не думаю, что это Николай убил Ларису. Почему? Ты же сама сказала, что если бы ты вчера за нее не вступилась, он бы еще днем ее либо убил, либо покалечил. Вот. Если бы это он сделал, он бы ввязался в драку, и повреждения были бы совсем другие. А ее убили одним точным, рассчитанным ударом. Я слышала, криминалисты говорили. Ну, хорошо. Спасибо за кофе. Поеду, у меня еще встреча. Провожу. Людмила Петровна, а на открытии дворца бракосочетания вы Толмачева в чем обвиняли? Да все в том же. Именно из-за нее Юлечкина убийцу так и не нашли. А Толмачева здесь при чем? Да все при том же. Она же тогда изо всех сил пыталась вице-мэра пробиться. За все хваталась только, чтобы повысить свой рейтинг. Приезжала ко мне лично и расспрашивала, и обещала дело взять под контроль, и задействовать все ресурсы. Ну, а когда уж должность получила, тогда спустила дело на тормозах. И вот теперь от меня бегает. Добегалась. Опять убийство, опять там же. Простите, а можно я спрошу? Да. Дочь ваша, она ничего не говорила о Николае Егорове? Нет, я не знаю такого. Но у Юлечки было много поклонников. Она была красивая девочка. Могла стать фотомоделью. Знаете, ее фото такое большое украшало витрину свадебного салона. А я видела. Да. Объявили конкурс и выбрали фотографию Юли. Даже какие-то деньги заплатили. Но когда Юли не стало, конечно, убрали фото. А Дмитрий Воронов? Ой, он ее очень любил. Они должны были пожениться. Вот только поссорились перед самой гибелью Юли. Он потом себе места не находил. Ну, и сейчас не забывает меня. Заходит иногда. Простите. Да ничего, ничего, я понимаю. Простите меня. Здрасте. Я по поводу занятий. Завтра у меня появилось окошко. Жду вас завтра в парке в 3 часа дня на главной аллее. Да, хорошо, спасибо. Только, пожалуйста, давайте в другом месте. Да что за человек такой? Господи, что за жизнь, а? Только-только у девки все стало налаживаться и на тебе. А еще говорят, в городе маньяк какой-то завелся. Вечером вообще из дому не выйти. Какой маньяк? Какой-какой? Да слухи давно уже ходят, что в городском парке маньяк на женщин нападает. А поподробнее можно? Откуда вы знаете? Ой, ну мне подружка рассказывала, она у меня, в городском театре работает уборщицей. Так вот, ну знаешь эту артистку, которая в последней постановке у нее главную роль играет? Так вот, фамилию забыла. Ну, короче, на нее недавно маньяк напал, она еле отбилась от него. Ага. Знаю я эту актрису, и весь город ее знает, что не вечеринка, а она там. Если кто на нее напал, это ее муж, который все время ее разыскивает. Слушай, а ты вместо Ларисы нашла кого-нибудь? Таню, помните, приходила? Просила работу. Ну? Говорит, через 2 дня придет. Да-да, правильно. Что делать? Жизнь-то продолжается. О, Господи! Комплексная терапия токсикоза беременных. Вот какая подробность интересная выяснилась. Беременна с 4 недели? Да. Вот тебе на. Так, а по машине Егорова что? Следов крови убитой не обнаружено.
Она толстовка чья? Ну, точно не ее. Ага. Найдем Егорова, сравним, а пока неизвестно. О, извините, сейчас, секундочку. Да, Костя, что у тебя? У нас глухо, Игорь Александрович. Егоров дома так и не появлялся? Нет. Ну что, мы снимаемся? Нет, нет, продолжайте наблюдение. Все, отбой. Так, поеду-ка я со свидетелем пообщаюсь. Может быть, вспомнить еще что-нибудь важное. А вы пока сделайте распечатку всех звонков с телефона Егоровой. Есть. Выполняйте. Игорь, я к тебе. Инна, мне сейчас некогда. Я за инструкциями. У меня завтра интервью с Толмачевой. Что-то можно говорить, а что нельзя? Перцева запрашивающая инструкция – это что-то новое в нашей практике. Я с удовольствием тебя послушаю. Есть версии, кто убийца? Пока главный подозреваемый – ее бывший муж. Перестань, не похоже. Лёль, ну, Любовь Павловна, она его прекрасно знает. Она говорит, что он товарищ одержимый. Одним ударом это бы не закончилось. Если заранее спланировал, мог бы как раз специально именно так и действовать, чтобы отвести от себя подозрения. Вот явился днем в салон, наорал, что убьет, потом сел, подумал и надумал. А это вообще все аргументы против него? Ну, конечно, нет. Ну, вот, во-первых, смотри, те, кто в последнее время общались с Ларисой, заявляют, что после развода она перестала носить обручальное кольцо. А когда ее нашли на берегу? Ну? То на безымянном пальце правой руки у нее обручальное кольцо. Это же он заявил ей, что она всегда будет его женой. И главное, чего ему скрываться, если не виноват? Ну, прекрасно, обручальное кольцо. А версии с серийным убийцем они совсем не рассматриваются? Не похоже. А подражатель? Мог намеренно скопировать почерк убийцы Юлии Хлебниковой? Тоже не сходится. Про кольцо на пальце Хлебниковой, которое явно надел ее убийца, прежде чем уйти, знали только причастные к расследованию. Подражателю об этом узнать просто неоткуда было. А вот это как раз ерунда. Об этом полгорода знала от ее матери. Она Толмачеву по всем углам склоняла. Целый год. Потом она могла прийти на опознание, увидела и... Не могла. Я внимательно изучил материалы дела Хлебниковой. Ее матери кольцо предъявили как найденное на месте преступления. Спросили, знакомо ли оно ей. Незнакомо. Кстати, ты же год назад это дело освещала, правильно? А про кольцо Хлебниковой услышал только вчера. Значит, это была закрытая информация. Аргумент. Угу. Ну, а этот ее несостоявшийся жених, Дмитрий Воронов? У него железное алиби. Понятно. Ну что, Румянцев? Тупик. Перца. Еще суток не прошло, а ты уже хочешь, чтобы все было раскрыто? Ты мне лучше скажи, твоя подруга, Любовь Павловна, она сегодня работает? Но собиралась вообще. Вот пойду-ка я ее пораспрошу. Наверняка вспомнит еще что-нибудь важное. А ты смотри, не вздумай в эфире пугать людей этим маньяком, серийником, поняла? Я в эфире тебе звонить буду. Спрашивать, что мне говорить, а что нет. А вот это правильно. Ладно, пока. То есть вы даже имени не знаете того, с кем должна была встретиться Лариса Егорова? Нет. Она только намекала, что ждет предложение руки и сердца. Mm. Или она просто надеялась вместе жить. Ну, так было не понять, потому что она всегда говорила, потом расскажу, потом. Но они же созванились. Как-то она должна была его называть? Нет. Вы знаете, по имени она его никогда не называла. Mm. Я подслушивала. Честно вам признаюсь. Любопытно. Ну так вот она ходит, сияет, а только милый, дорогой. Вот вам и дорогой. Угу. Угу. Но он же как-то должен быть записан в телефоне. Ну, телефона при ней не было. Запрос сотовому оператору отправили. Пока ждем, вот, надеялись у вас узнать. А может, это все-таки адвокат? Да нет, Валентина Петровна, я его давно знаю. У него прекрасная жена, дочка. Нет. Что за адвокат? Лакшин Кирилл Антонович. Он помогал Ларисе с разводом. Угу. А почему вы подумали, что это может быть Лакшин? Не-не-не, это не я. Это вчера приезжал ее бывший муж, Николай. Так вот он тут орал, что если это адвокат, то он его на куски порежет. Угу. А у вас номер телефона адвоката есть? Да, конечно. Я запишу сейчас. Виктория Семеновна, вынужден вас разочаровать. Но ни на какие алименты ваш сожитель рассчитывать не вправе. Вот. Да как это? Как это? Ну, вот так вот. По закону именно так. А как же
человеческие отношения. Мораль, в конце концов. Он же и отец, больной, совсем старик. Я по-человечески ему очень сочувствую, но логика такова в этой ситуации. Отец, не желавший видеть свою дочь многие годы, в конце концов, остается в одиночестве. В этой ситуации я помочь вам никак не могу. Найдем, кто сможет. Вы вправе обратиться к другому адвокату, но я вас уверяю, он вам скажет то же самое. А это мы поглядим. Кто нам и что скажет? До свидания. Здравствуйте. Здрасте. Игорь Александрович. Да. Прислали наконец-то распечатку звонков. А, ну-ка. Вот обратите внимание, интересный номер. За последний месяц Лариса Егорова звонила на него неоднократно, и, соответственно, ей звонили. Ну-ка. Сейчас. Так это номер адвоката Лакшина. И вот еще. Но? С этого номера ей звонили за час до убийства. И чей это номер? Ребята пробили, симка одноразовая, телефон отключен. Но все-таки попытайтесь выяснить, чей это номер. Угу. А я для начала свяжусь с адвокатом. Сегодня у нас в студии вице-мэр Вера Андреевна Толмачева. Поговорим о том, какие меры предпринимают городские власти для обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Здравствуйте, Вера Андреевна. Здравствуйте, добрый день. Спасибо, что пришли. Начнем. К нам в студию обратилась мать Юлии Хлебниковой, погибшей в городском парке в прошлом году. Убийство так и не было раскрыто, убийца не был найден. А два дня назад, там же, в парке, произошло еще одно убийство. Убита Лариса Егорова. Женщины боятся ходить через парк. Скажите, пожалуйста, Вера Андреевна, предпринимаются ли какие-то меры безопасности? Конечно. Я бы попросила не нагнетать обстановку. Городские власти держат ситуацию под контролем. К расследованию привлечены лучшие следователи. И тот, кого уже окрестили убийцей в парке, обязательно будет пойман. Также мэрия выделила деньги на установку системы видеонаблюдения в парке. Она появится в ближайшее время. А до тех пор патрулирование территории город обеспечит силами полиции. Простите, что я вас перебиваю, но практически то же самое вы говорили год назад. Но результата нет. Дело так и не раскрыто. Хотелось бы узнать, по какой причине это происходит. Мы со своей стороны делаем все, что от нас зависит. Относительно расследования прошлогоднего убийства, это вопросы не ко мне, а к следствию. Я надеюсь, я дала вам исчерпывающий ответ. К сожалению, мне нужно ехать, и у меня два заседания, одно из которых как раз по этому поводу. Приятно было побеседовать. Всего доброго. Ну что ж, вот такие ответы мы получили сегодня. Ничего конкретного, одни обещания. Обещания, обещания. Женечка, ты где? Ты мне сейчас очень нужен. Слушаю тебя. Ты в мастерской? Да, а что случилось? Да, приеду, расскажу. Хорошо, жду. Да, сейчас буду. Отвезешь меня в мастерскую, а потом можешь поехать пообедать. Хорошо, понял. Знаете, развод Ларисе дался тяжело, поскольку Николай продолжал ее преследовать и угрожать. Но если вы хотите знать мое мнение, я очень сомневаюсь, что это он ее убил. Да? Да. И на чем же основываются эти ваши сомнения? Об убийстве я знаю только одно, что оно произошло в парке. Я сомневаюсь, что Лариса пошла туда встречаться с Николаем. Значит, у нее было свидание с кем-то другим. И если даже предположить, что Николай все-таки следил за ней, то первым делом, я думаю, он набросился бы на мужчину. И кто этот мужчина, у вас нет предположений? Увы. Мы с ней общались только по поводу развода. А последний раз она мне позвонила где-то неделю назад. Она получила свидетельство о разводе и позвонила мне, чтобы еще раз поблагодарить меня. А вы хотите знать по поводу алиби моего, да, на время убийства? Как приятно иметь дело с грамотным юристом. Спасибо большое. В котором часу было совершено убийство? В начале восьмого.
В тот день в 6 часов я встретился со своей женой и ребенком в центре города, в кафе. Да, мы там провели где-то 1,5-2 часа, так что и персонал может подтвердить, и моя жена тоже. Ну что же, больше я вопроса к вам не имею. Если вам все же удастся вспомнить что-то... Да, конечно же. Я немедленно вам сообщу. До свидания. Всего доброго. До свидания. Настенька, привет. Слушай, скажи Машеньке, что я помню свое обещание. Я сегодня приеду пораньше. Пускай готовит роликовые коньки, мы сегодня обязательно покатаемся. Угу. Все, целую. Угу. Ты не представляешь, она меня выставила перед всем городом каким-то чудовищем. Мало того, что мать Хлебниковой на каждом углу кричит, что я пообещала, ничего не сделала, так теперь еще и это Перцева. Верочка, милая, ну, я-то знаю, что ты и тогда делала все, что могла, и теперь стараешься. Ты же эти материалы по убийству Хлебниковой ночами читала. Да что там, мы их с тобой вместе читали, перечитывали. Следователи вон с ног сбились. Ну, бывает, что найти убийцу не получается. Ну, твоя-то тут в чем вина? Может, в этот раз удастся найти какую-нибудь зацепку? Убийцу найдут, все уляжется. Надо просто немножко подождать. Вер, ты вообще с этой работой? У тебя нервы ни к черту. Слушай, а может, я в выходные тебя куда-нибудь вывезу на природу? Снимем гостиницу. Ты выключишь все свои мобильные телефоны. И 2 дня мы будем наслаждаться полным покоем. И друг другом. Женечка, увези меня. А то я от этой работы, от всех обвинений, правда, с ума сойду. А помнишь, ты мне говорил про поселок художников? Да. Может, съездим туда наконец? Я отвлекусь, оттаю душой. А то я уже почти год прошу меня туда отвезти, а ты все увиливаешь. Или есть какая-то причина, по которой? Гостиницы там нет, а так никаких причин. Но если ты хочешь, мы туда обязательно заедем. Сегодня же я посмотрю, где там можно рядом остановиться. М? Как я тебя люблю. И я. Зевс, иди сюда. Иди ко мне. Вот так. Но поскольку Зевс с защитой вполне справляется, попробуем поисковые тренировки. Лабрадор — это поисковая собака. Так, ты игрушку взял с собой? Да. Давай. Вот. Задание простейшее для начала. Привлекаешь внимание, говоришь «Зевс». Бросаешь апорт. Неси сюда. Он приносит. Руку протягиваешь. Все, отпусти. Делаешь то же самое. Я здесь, я к маме на 2 минуты. Обязательно похвали его. Ага. Зевс! Апорт! Зевс! Зевс! Тебя ждет награда. Молодец. Любовь Павловна, а мне Максим рассказал, это ведь вы нашли тело убитой девушки. Зевс нашел. Да, но свидетель-то вы. Вас наверняка уже несколько раз вызывали к следователю. А вам удалось хоть как-то помочь следствию? Она, как я понимаю, была вашей подругой? Мы работали вместе, но помочь ничем не удалось, потому что я ничего не видела. Вы почему так интересуетесь вдруг? Ну, я был с вами не слишком вежлив. Но, к тому же, вы испытали стресс, а я опять назначил вам тренировку в этом парке. Угу. Так все-таки вы хотите извиниться за свое не очень вежливое поведение? Или вам просто любопытно? Я хотел бы принести вам свои соболезнования и предложить вам в ближайшие пару недель самим выбирать время и место тренировок. Хорошо, договорились. Только за меня волноваться не стоит. Вы лучше работайте с собакой, а то нам через полчаса уезжать. Хорошо. Спасибо.
Зев, сюда, ко мне, ко мне. Молодец. Максим, умница. Выполнено. Молодец. Усложняем задачу. Даю собаке понюхать игрушку. Вот так. Теперь прячу ее. Ты считаешь до пяти, я в это время прячусь. Угу. После этого ты даешь собаке команду «Зевс, ищи» и направление указываешь рукой. Понятно? Да. Считай до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Зевс, Зевс, ищи! Нашел, молодец, молодец. Похвали собаку. Зевс, молодец. Ты самый лучший пес в мире. Да, да, молодец. А теперь усложним задачу. Так, спрячь игрушку. Угу. Чего ты с этой сумкой ходишь, а? Оставь ее здесь. И что теперь он должен найти? А, теперь он должен найти следы человека, чьим запахом пахнет этот платок. Нюхай, нюхай, нюхай. Зевс, ищи. Что? Зевс, молодец. Ну, следы, видимо, уже затоптали. Но лакомство и поощрение он заслужил. Давай. Зевс, держи. Молодец, хороший. Так, вы издеваетесь надо мной? Вы зачем сюда пришли? Мам, мы просто учим Зевса брать след. И совершенно незачем было за нами бежать. Мы бы сами вернулись. Значит так, я тебя на аллее жду, и через 40 минут с Машей встречаемся, не забудь. Хорошо. Маша это кто? Племянница тети Ларисы. Она нам собаку отдала. Понятно. Молодец, Зевс, молодец. Умный пес. Максим, давай все-таки как-то договоримся, что больше я не буду вас искать по всему парку. Хорошо. Так, хотела предложить тебе... Может, Маша к нам в гости приедет сегодня? А то Инна хотела приехать. Она вряд ли сможет. У нее на следующей неделе трудный тест по биологии. Ага. Хотя я мог бы ей помочь. Давай мы у нее позанимаемся, а потом ты меня заберешь. Договорились? Ну, хорошо, только телефон при себе держать и на звонки отвечать. Есть отвечать на звонки. Поехали. Зевс, вперед! Это тоже Эдик сделал. Ну, это просто произведение искусства. Где-то такого дивного мастера нашла. Мне, кстати, Лариса его посоветовала. Он все может. И полки, и шкафы, и электрику. Я не знаю, что он не может сделать. Ну, делись контактами этого Эдуарда. Книжки ставить некуда. По всему дому стопками лежат. Давай, садись пить чай. Сейчас тебе пришлю. Ну, а Максим где? У себя? Зубрит? Нет, он у Маши. Да? Они, кажется, подружились. Он мне такой звонит, спрашивает, мама, можно Маша к нам завтра в гости приедет? В общем, прав был врач Боголюбов и по поводу собаки, и по поводу общения. Кто? Боголюбов? Да, Иван... Сергеевич, да. Но он всегда прав. Так, вы что, хорошо знакомы? Был он у нас с ним в молодости. Бурный роман. Так, и? Что и? А потом мы расстались, потому что Боголюбов решил, что наши отношения обречены, поскольку для каждого была слишком важна своя карьера. А по искреннему убеждению Боголюбова в браке может быть только один карьерист. Второй должен надежно обеспечивать тыл. Да. Боголюбов. Так странно, мы столько лет знакомы, вот ты никогда мне об этом не рассказывал. Что прошлое дворожить? Дочери уже 23 года. Так время быстро прошло. Потом мы с тобой даже знакомы еще не были. Кстати, вот что хотела рассказать. Я вчера разбирала вещи Ларисы. Нашла таблетки от токсикоза. Что, беременная была? Да. И точно нет Николая.
Ну, а теперь уже какая разница, кто отец? Я вот что подумала. А что, если этот тайный ухажер Ларису убил? Вдруг он был женат, например? Она узнала, что беременна, стала требовать развод или, я не знаю, какую-то определенность. А он не хотел или не мог разводиться? Ну да, и таким образом решил от нее избавиться. Но это странно, что он не объявился после ее смерти. Ну, пожалуй, стоит поделиться твоими соображениями с Румянцевым. Как-то у тебя собаки нет. Ты ж так собак любишь. А почему сама не заведешь? У папы на все подряд аллергия. И на собак тоже. Мне Лариса обещала, что как только разведется, обязательно возьмет для меня собаку. Чтобы я могла к ним приходить, гулять, играть. Мне ее очень не хватает. Я когда маленькая была, мама с папой на заводе работали. И когда они в ночную смену, со мной всегда Лариса оставалась. Мы с ней дурачились, игры всякие придумывали, куклам прически делали. А со мной бабушка играла. Мама тогда тоже все время на работе пропадала. Это сейчас она посвободнее. Только бабули уже 3 года как нет. Но я все равно ее вспоминаю. Слушай, а давай ты завтра к нам приедешь? Мама точно будет не против. Зевсы подавно. Спасибо за приглашение. Я тогда сегодня с мамой поговорю. Она все равно меня каждый день из школы отвозит домой. Будем и тебя забирать. Договорились? Договорились. Извините, пожалуйста. Николай? За что? Я не имел... Ну что, давай поехали, покатаемся. Пожалуйста, не надо. Куда? Вряд ли это новый ухажер. Человек мог просто испугаться, что его заподозрят, поэтому не объявляется. А на самом деле он ни в чем не виноват. Узнали бы, кто это такой. Я у сестры ее спрашивала, она не в курсе. Да что там говорить, у нас Валентина Петровна. Такая любопытная Варвара, и то не смогла ничего у нее разузнать. Но она убеждена, что это Ларисин адвокат. Так может быть, это он? Да нет, я его хорошо знаю. Он дочку любит, жену. Каждую свободную минуту сразу домой, в семью. А Валентина Петровна почему так в этом уверена? Ну, потому что каждый раз, когда Николай приходил, он сразу начинал кричать. Это все из-за твоего адвокатишки. Что? Я подумала, что если Николая до сих пор не нашли, то Лакшину может грозить опасность. Зная характер Николая, он так просто не оставит. Позвоню к ее. Давай. Так странно, сначала меня сбросил, а теперь недоступен. А жене позвоню. Алло, Анастасия, добрый день. Это Любовь Молодцова. Скажите, пожалуйста, ваш муж дома сейчас? Нет? Нет, ничего не случилось, все в порядке. Вы, пожалуйста, сразу мне сообщите, как он объявится, хорошо? До свидания. Нет дома, звони Румянцеву. Звоню уже. Сейчас. Сейчас Костя придется. Игорь Александрович, смотри. Отследили машину Лакшина по дорожным камерам. Мы с ребятами выезжаем. Ребят, грузимся. Нет, да. Добро, сейчас ДПСников подключу вам в помощь. На связи. Да, принял. Если бы не ты, она была бы жива. Слышишь, Гарри? Я не убивал. Вы ошибаетесь. Ты один во всем виноват. Да.
Смотри сюда! Руки! Вперед, вперед пошел! Вы как? Плохо. Алло, скорая? Срочно. Промзона на Жукова. То есть вы даже не отрицаете, что похитили адвоката Лапшина, чтобы убить? Да. Потому что это он убил Ларису. И у вас доказательства имеются? Доказательств нет, но больше некому. С тех пор, как она от меня ушла, она только с ним встречалась. Чуть не каждый день. И в тот день, когда ее убили. Наверняка же к нему на свидание побежала. А вы что, следили за ней в тот вечер? Да я днем на работу к ней заехал. Сорвался. Наорал опять. Чуть не побил. Домой приехал, успокоился. Решил поехать извиниться. Попробовать поговорить по-нормальному. Только к ее дому подъехал. Смотрю, она выходит. Нарядная такая. Всяко же на свидание собиралась. В такси села. В котором часу это было? В половине седьмого примерно. А потом? Проследили и убили. Да я же любил ее. Да. Мог иногда на нее руку поднять. Она и ушла из-за этого. Но чтоб убить. Да вы что? Мне ж без нее жизнь не жизнь. Вам удалось проследить, с кем встретилась Лариса? Нет. Машину подвинь, проехать надо. Подожди секунду, а? Я говорю, машину отгони. Слушай, дай воду разгружу и спокойно проедешь. Мужик, ты что, не понял по-хорошему? Тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Пока с ним дрался, Лариса на такси уехала. Я поколесил по городу немного, думал, вдруг все же увижу. Потом в бар поехал. Зашел в туалете, умылся. Выпить взял. Долго сидел. А потом сюжет этот по телевизору увидел. Ну и кинулся в бега. Почему? Если вы не убивали свою бывшую жену, какой в этом смысл? Так после скандала, который я ей на работе устроил, я ж на весь салон орал, что убью. Угу. Понятно, что меня сразу бы и взяли. Ну и где вы скрывались эти два дня? У приятеля в гараже он мне ключи дал. Я сидел, думал. И так, и этак прикидывал. По всему получается, что это адвокат ее убил. Максим, ну вы закончили заниматься? Я выезжаю. Мам, мы позанимались. А можно еще часик погулять? Да ты пойми, когда приедем, поужинаем, уже спать ложиться, а ты свои уроки еще не сделал. Ладно, приезжай. А как там Зевс? Ты его с собой возьмешь? Пока не знаю. Он все время ищет что-то. Может, игрушку какую? А где сумка? Сумка с его лакомствами и игрушками где? Слушай, кажется, я ее забыл в парке, где мы с Зевсом занимались. Ладно, заеду в парк, проверю, может, она там осталась. У тебя еще полчаса. Пока.
Зевс, ну что, со мной поедешь или дома останешься? А? Ну ладно, поехали. Только учти, что гулять я с тобой не буду. Зевс, идем. Так, Зевс, ждешь меня здесь, понял? Зевс, ты меня понял? Да не смотри ты на меня так. Окно у тебя открыто. Я быстро. Зевс, все, все, все. Любовь Павловна. Любовь Павловна. Молодец, Зевс. Алло, скорая? Срочный вызов, Центральный парк. Все. Молодец, спаситель. Надо проверить алиби Николая. В баре поднять записи с камер и сделать запрос по больницам, куда по скорой доставлен избитый им водитель. Сделаем, Игорь Александрович. Mm-hmm. Да, конечно, лихо мужик гульнул. За пару дней насочинял себе статей столько, что даже если не он свою бывшую жену убил, то все равно сядет. Да, тут тоже даже сомнений нет. Хорошо, если избитый им водитель жив остался. Mm-hmm. Полковник Румянцев, слушаю. Товарищ полковник, у нас снова нападение на женщину в парке. Вроде жива. Ясно, отбой. У нас еще одно нападение в парке. Давай, садись, поехали. Лежите, лежите. Вам нельзя вставать. Простите, у меня сын. Мне надо ему позвонить. Возможно, у вас сотрясение мозга. Вам сейчас нужен полный покой. А где мой телефон? Мне очень надо позвонить. Правда? Не волнуйтесь. Мы сейчас всем позвоним. Не волнуйтесь. Это что такое? Как вы сюда попали?
Здравствуй, Ваня. Я к Молодцову, ее к тебе привезли. Как она? Здравствуй и до свидания. Что ты здесь делаешь в неприемное время? Прошу на выход. Все посещения с 10 утра. Должна тебя огорчить, нравится тебе или нет. Я не уйду отсюда, пока ее не увижу. А как же этика? Элементарная порядочность. Или ты думаешь, если ты известный журналист, то тебе дозволено врываться сюда среди ночи? Лишь для того, чтобы первый сделать репортаж о жертве нападения. Ну какой репортаж, Ваня? Жертва, как ты говоришь, моя ближайшая подруга. Из родных у нее только сын, ему 13 лет. Когда на нее напали, его не было дома, и она сейчас с ума сходит от безызвестности. Я не знал этого. Ну вот, я тебе рассказываю. Мне позвонили и сказали, что она пришла в себя, поэтому я здесь. Так что, Ванечка, и хоть ты и слывешь блистательным диагностом и врачом от Бога, на этот раз ты ошибся. Я не за репортажем. Ладно, иди. Спасибо. А кто тебе сообщил, что она пришла в себя? А у меня очень надежные источники информации. Да, Игорь, конечно, поспрашиваю. И тебе перезвоню. Туда нельзя. У меня разрешение от полковника Румянцева, и он вам сейчас подтвердит. Полковник Румянцев, пропустите женщину. Да, понял. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Как Максим, где он? Так спокойно, он дома, и с ним все хорошо. С ним Зевс. Ты-то как в парке оказалась? За сумкой вернулась, мы ее забыли. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Голова чуть-чуть кружится и так подташнивает. Слушай, а как же Максим один ночевать-то будет? Началось. Во-первых, не один. Сразу от тебя я поеду к нему. Завтра утром я накормлю его завтраком, отвезу в школу. Все под контролем. Спасибо. Лёля. Спасибо большое. Да это не мне надо спасибо говорить, а Зевсу и кинологу вашему, Воронову. А Воронов тут при чем? Так это он скорую вызвал. Ну а пока медиков ждали, все время было с тобой. Ах, вот оно что. А как Максим дома оказался? Он же у Маши был. Ну, тоже благодаря, получается, Воронову. Ну, Воронов позвонил Маше, хотел попросить, чтобы она собаку взяла на какое-то время. Ну, а Макс был у нее. Макс позвонил мне, я, разумеется, приехала, забрала его, отвезла домой. Нет, он, конечно, рвался к тебе, но я сказала ему, что до утра его все равно не пустят. Это что ж получается, Воронов мне жизнь спас, а я ему нахамила? Так неловко. Нахамила? Ты? Чего это? Ну, ты же знаешь, он изначально со мной неприветлив был. А тут он вдруг стал расспрашивать про убийство Ларисы. Что я видела, как я ее нашла. Вот я и разозлилась. А, понятно. Лёля, скажи, пожалуйста, а ты случайно не видела, кто на тебя в парке напал? Ну, может быть, как-то рассмотрела этого человека? Нет, он сзади подошел. Ладно. Так, не переживай, все будет хорошо. Сейчас главное выздоравливать. Я к Максу. Тебе что-нибудь привезти? Нет, все в порядке, спасибо. Выздоравливай. Все наладится. Привет. Только домой собрался. Ну что там у тебя? Ты же говоришь, что нападавшего Молодцова не видела. Что за срочность тогда? Хотела с тобой посоветоваться. Ну. Когда Ларису убили, на ней было Лёлино платье. Платье и палантин. Она эти вещи Ларисе тогда подарила. И что ты думаешь, что Егорова убили по ошибке, приняв за Молодцова? Не знаю. Только тогда меня этот факт немного напряг, а после сегодняшнего нападения совсем тревожно стало. Слушай, а где находился Воронов в момент убийства Ларисы? А что, Воронов был с ней знаком? Не знаю. Поинтересуйся. Хм. Потому что сегодня, Лёля сказала, он очень интересовался обстоятельствами убийства.
Лариса, если я правильно помню, он и по делу Хлебниковой проходил в числе подозреваемых. Да, действительно, загадочный персонаж получается. Ладно, проверим еще раз. Но пока как-то не клеится. Что у тебя не... С чем у тебя не клеится? Со слов Воронова, собака Молодцовой явно успела покусать нападавшего. Он указал нам на вырванный клок ткани там, на берегу. На экспертизу отправили, запрос по больницам сделали, сообщать обо всех, кто с укусами обратится. А у Воронова вся одежда цела, и собака на него не кидалась, даже наоборот. Игорь, Воронов – кинолог. Но с собаками он явно обращаться умеет. А клок ткани, в конце концов, мог подкинуть, чтобы отвести от себя подозрения. Все, Инна, фантазии твои я к делу не подошью. Я тебя услышал. Все проверим, потом сообщу. Все, поеду я домой. Что-то устал сегодня. Давай, пока. Ой. Пока. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Здрасте. Ты утром к Молодцовой заглядывала? Заглядывала. Как она? Говорит, хорошо. К ней там подруга уже примчалась. Думаю, Молодцова у вас домой будет проситься. Какая подруга? Опять это с телевидения? Угу. Да, она, Инна Перцева. Так, давай переодевайся. Косметику я тебе привезла. Спасибо. Доброе утро. Доброе. Как хорошо, что вы зашли, Иван Сергеевич. А мы вот как раз собирались выписываться. Вы, Инна Александровна, можете выписываться на все четыре стороны. Прямо сейчас. А вас, Любовь Павловна, я прошу лечь, мне нужно вас осмотреть. Хорошо. На пару слов можно? Нет, у меня обход. Ванечка. Одно только слово. И поверь мне, я сделаю все, как ты скажешь. Хорошо, идем. Аккуратно, не торопись. Клятвенно пообещала Боголюбову, что довезу тебя как вазу. Хрустальную, на поворотах вообще волску. Что ж ты ему такое сказала, что он так вдруг решил меня отпустить? А вот сказала, что девочка ты взрослая, будешь тщательно соблюдать все его рекомендации, ну а на повторный прием привезу тебя самолично, через неделю. Ах, вот что послужило решающим аргументом. В смысле? Ты о чем? Вы со стороны себя видели, вы когда вместе, между вами не искры, а шаровые молнии летают. Это правда. С некоторых пор мы друг друга не выносим. Ага. Но только со стороны это как-то по-другому выглядит немного. Это тебе после сотрясения как-то по-другому немного выглядит. Садись. Ага. Молнии, искры. Не придумывай лишнего. Ну и что вас сегодня беспокоит? Иван Сергеевич? Да. Говорят, вы просили сообщить, если будут обращения с покусами. Так вот, есть обращение. Мужчина только что пришел в приемное отделение. Говорит, бродячая собака покусала. Сомов Федор Васильевич. Это с его слов записано. Документов при себе нет. Паспорт и поле жена должна подвести. А где он сейчас? В процедурной. Швы накладывают. Ну, пойдем, Леша, посмотрим на его покусы. Угу. Я его просила за дверью подождать. Потом выглянула. Его нет. Но ушел, видимо. Понятно. Значит, имя и фамилия были липовые. Да. Привет. Так, почему не в школе? Мне тетя Инна разрешила. Не ругайся. Маш, ты что, за компанию школу прогуливаешь? А я обещала помочь. Вам же ничего делать нельзя. Будете отдыхать. Вы не переживайте, я все умею. Вот вам уже бульон сварила. Ну, молодец. Ну, а что, я все равно не смогу тут целыми днями с тобой сидеть. Прости. Максим, заберешь мою сумку заднего сиденья, ладно? Да, хорошо.
Алло. Инна, привет. Звони своему следователю, пусть присылает людей. У нас только что был пациент, покусанный собакой, но ушел. Но я думаю, что по камерам видеонаблюдения можно отследить. Медсестра его опознает. Я поняла. Спасибо, Ваня. Ну а как же твой тест по биологии? Максим говорил, что тебе готовиться надо. Так это... А мы и будем готовиться. Вот сейчас накормим, уложим тебя и будем заниматься. Да. А за тобой в это время Зевс будет присматривать. Ну, все хорошо? Все под контролем? Да. Ну ладно, я поехала. На связи. А вечером загляну, посмотрю, как вы тут без меня справляетесь. Спасибо. Пока. До свидания. Пока. Кстати, а где Зевс? А, Зевс? Да гуляет где-то. А, вон он. Зевс! Запись больничных камер видеонаблюдения изъяли. Ребята тут же все пробили. Вот. Угу. Ну-ка. Ух ты. Дважды судимый за разбойное нападение гражданин Кириенко Василий Федорович. Не местный. Месяц как освободился. Каким же ветром его к нам занесло, интересно? Ну, может, родственники у него тут какие есть. Угу. У Кириенко свежая прописка по адресу Просторная, дом 5. Ну, прописка – это хорошо. Тогда разошли по всем отделениям, а сам поезжай, проверь, кто по адресу проживает. Да, наряд к дому Молодцовой отправили? Да, еще утром, сразу, как вы приказали. Угу. Проинструктировали, чтобы не светились там особо? Да, ребят толковые, справятся. Ну, добро. Давай, поезжай. Да, и группу захвата. Возьми, вдруг повезет, так сразу и возьмем этого Кириенко. Хорошо. Добрый день, Любовь Павловна. Здравствуйте. Вас уже выписали? Как вы? Ну, благодаря вам и Зевсу, вполне себе ничего. Дмитрий Иванович. Да. Я хотела извиниться перед вами. Я была несколько резка. Да нет, что вы. Нет, правда, вы уж простите меня. Да бросьте вы. Я не подумал и начал приставать к вам с этими идиотскими вопросами. Вы лучше скажите, как вы в парке вчера оказались? Вы что, еще раз пошли Зевса выгуливать? Я за сумкой поехала, мы ее забыли. А, это я же виноват, я не доглядел, простите. Дмитрий Иванович, никто ни в чем не виноват. И давайте закончим с этими церемониями. Я правда, я и так чувствую себя перед вами в долгу. Вы все-таки как-никак мне жизнь спасли. Вы присядьте, пожалуйста. Вот. Согласен. Давайте закончим с извинениями, да и с благодарностями тоже. Вы мне ничем не обязаны. Не придумывайте. Любой нормальный мужчина точно так же поступил бы на моем месте. А если благодарить кого, так это... О, Зевс! Я уж его отблагодарила 100 раз. Мне Максим говорит, не закармливай собаку. А Максим прав. Вы не покупайтесь на собачье попрошайничество. Как я могу отказать? Он моченые яблоки просит, я сама их люблю. Моченые яблоки? Вы серьезно? Ну да. Ну, ему же нельзя. Хотя бы много-то не давайте. Так а много не получится, мы все съели. Ну, там осталось несколько штук. Ну что, вы их сами готовите? Ну да. Мы год назад сюда переехали, и я сразу заказала 2 дубовые катки для яблок. А раньше вы где жили? Ну, это долгая история. Сначала в коммуналке жили. Мама у меня дворником работала, и ей предоставили комнату. У меня мама из деревни. Она всегда мечтала жить в красивом, большом доме. Вот только я не успела ее мечту исполнить. Ее уже 3 года как нет. А, извините, я не хотел. Да ничего страшного, все в порядке. Пойдемте, наверное, в дом. Да. Зевс. Зевс, домой. Зевс, вперед. Вперед. Пошли. А такой прикол видела? Нет. Ну что, опять в телефоне сидите?
Привет, ребята. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. А у нас что, сейчас тренировка будет? Да нет, не будет. Это я так решил узнать, как вы тут? Я думал, что мама-то еще в больнице. Ну ладно, я поеду, наверное. Маш, я провожу тебя до автобуса. Дмитрий Иванович, а вы можете присмотреть за мамой, пока меня не будет? А то она сейчас какую-нибудь уборку затеет, а ей врач сказал отдыхать. Вот ты раскомандовался. Да нет, все правильно говорит. Я, конечно же, пригляжу, а вы можете идти. Мам, можно я возьму Зевса? Да, бери. Я быстро. До свидания. А хотите мои хваленые яблоки попробовать? Нет. Нет, я оставляю это лакомство вам с Зевсом. Ой, ну что же вы стоите? Вам надо отдыхать. Присаживайтесь, а я за вами поухаживаю. Давайте куртку. Вообще-то это вы у меня в гостях. Вы голодны? Суп есть куриный. Маша готовила. Хотите? Нет, я не голоден. Тогда чай. О, вот от чая я не откажусь. А не подскажете, куда можно повесить? А, в прихожий шкаф. Квартира на втором этаже. Окна выходят на обе стороны. Двое остаются здесь, только не светитесь. А двое со мной. Так, вы спустите, а ты со мной. Есть. Звонит, кого надо? Дверь откройте, полиция! Тяни время. А кого надо-то? У меня тут дед больной, ему нервничать нельзя. Я говорю, дверь откройте, иначе мы ее сейчас сломаем. Хорошо, сейчас. Кириенко Василий Федорович здесь проживает? Нет. Он недавно освободился, просто попросил прописку сделать. А где живет, не знаю. Да? Ну, пойдемте посмотрим. Да. Да. Все! Руки! Вперед пошел! Ну вот, а говорили, не проживает. Гражданин Кириенко, вы задержаны по подозрению в покушении на убийство Молодцовой Любови Павловны. Как? Что? Вика, что он говорит? Я не знаю. Я вообще ничего не понимаю. Вася, скажи, что это неправда. Ты лучше ее спроси. Что? Нет, я ничего не знаю. Да что ты знаешь? Чушь какая-то. Она жива? Любаша жива? Паша! Паша, Паша! Уйди. Не беспокойтесь. Она жива, с ней все в порядке. Уводить. Пошел. Да как так получилось, что все сама да сама? Отец сбежал, когда я еще не родилась. Чай подлить? А можно. А с мужем тоже не задалось. 5 лет тянула его на себе. Как-то оправдывала, жалела. А потом еще 5 лет кредит выплачивала его, долги отдавала. Да вы что? А первое впечатление такое, что вы из тех женщин, кому вот все на блюдечке и судьба подносит. Но на самом деле, если б не Инна Перцева, мы бы с вами здесь не сидели. Расскажу вам, вы ее знаете? Журналистка? Ну да, она тогда только начинала работать. А я по молодости ввязалась в нехорошую компанию и даже стояла на учете в милиции. А по вам и не скажешь. Ну так вот, она делала репортаж о трудных подростках. И мы с ней так сдружились, она заставила меня учиться, чтобы как-то меня занять, она записала меня на курсы парикмахеров. Вот с этого все и началось. Все, что не делается, то к лучшему. А, Любовь Павловна. Мам, это я. Мне уже пора. Спасибо вам за чай. У меня тренировка другая уже. Меня ждут. А давайте следующую встречу назначим вот прямо у вас здесь. Хорошо. Мы будем знать расписание, я позвоню. Жду.
До свидания. До свидания. Максим, дверь закроешь? Да, хорошо. Макс, пока. До свидания. Ты нагулялся. Нагулялся. На, скорей, пока никто не видит. На. Ешь, ешь, ешь. Мой хороший, нагулялся, нагулялся. Ну так вот, Вика мне условия-то и поставил. Дескать, мол, я тебе с пропиской помогла, а теперь и ты мне помоги. Не, ну она сначала-то хотела все по-хорошему с этой бабой-то решить. С Молодцовой? Да, да, с Молодцовой. Вот, мол, дай денег папаше на лекарство, а та ни в какую. Ну так Вика к адвокату метнулась, а он тоже сказал, что не, дело гибло. Вот она и пристала ко мне. Ну конкретней, пожалуйста. С чем именно пристала к вам гражданка Матвеева Виктория Семеновна? В общем, она мозгами-то поразмыслила и поняла, что если грохнуть эту... Молодцову. Да, да, Молодцову, то папаша наследник в первую очередь получается. Ну, пополам с сыном. Ну, вот она и... Но гражданка Матвеева с отцом Молодцовой не были расписаны. Да. Как она намеревалась заполучить это наследство? Да я вас умоляю. Она уже давно дядю Пашу заставила генеральную доверенность на себя написать. Но он же почти лежачий, ничего не может. А вы думаете, его пенсию на что? На лекарства тратить? Ага, сейчас. И каков был план? План? Да. Ну, выследить Молодцову, там, стукнуть по башке или придушить. Ну, как получится. А почему именно в парке? В парке? Да. А, нет, в парке же случай предоставился. Она же никогда одна не бывает. Ну, все время с ней кто-то трется. Вот, она еще и собаку завела. Нет, я 2 дня за ней мотался, выслеживал. Вот тут и повезло. Она собаку в машине закрыла, сама в парк. Ну, я тоже. Кто мог знать, что собака из окошка выскочит? О, ты уже поджидаешь. Игорь. Ну? Ну что, это Кирьянка и Ларису и Юлю? Нет, Инна. Год назад он еще срок отбывал, так что Юлю убить он точно не мог. Ну, алиби на момент убийства Ларисы проверим, конечно, но уверен, что подтвердится. Так что место нападения тоже, но связи с первыми 2 делами больше никакой. А кто? Сожительница отца Молодцовой задумала от нее избавиться. Кто? Да, да. Ну, ее тоже задержали, пока отпирается от всего, но Кириенко столько на нее напел, что не отвертится. А Воронов? Его алиби проверили? Да, проверили. Ну, там куча людей, алиби железное по всем 3 случаям. Вернее, по 2, потому что нападение на Молодцова отсюда смело можно исключить. Кстати, как она сможет заехать, написать заявление? Привезу я тебе ее завтра, привезу. Ну, добро. Игорь, ну, все-таки, может быть, стоит посоветоваться со Ставицким? Но опытный психиатр всегда готов сотрудничать со следствием. Думаешь, поможет? А ты попробуй. Мам, Маша хотела узнать, ты случайно не находила в салоне кулон в форме звезды? У тети Ларисы такой был. Да, был такой красивый. И в тот день он на ней был, в салоне она его точно не оставляла. А вот там на берегу его, кажется, не было. А почему ты спросил? Маша с ее мамой вчера вещи тети Ларисы разбирали, а кулон не нашли. Маша хочет этот кулон себе на память оставить. Тетя Лариса рассказывала, что кулон сделан из осколка метеорита и приносит удачу. Ты знаешь, мне Инна позвонила, сказала, что завтра меня к следователю вызывают. И я у него спрошу, если кулон нашли на месте преступления, то я думаю, можно будет его забрать. Ну, после, как расследование закончится. Ты только не забудь, пожалуйста. Маша очень любила тетю Ларису и хочет найти этот кулон. Конечно, не забуду. Игорь, а кулон Ларисы точно вы не находили? Нет, так и не нашли. Так, ну я все написала. Поставьте подпись внизу. Вот здесь и здесь. Так это получается, мой папаша до такого додумался? Нет, он вообще был не в курсе. Когда при задержании Кириенко озвучили, что он пытался вас убить, вашему отцу стало плохо с сердцем. Ну, может быть, потому что не удалось от меня избавиться? Нет, Любовь Павловна. Это его сожительница хотела от вас избавиться. И деньги пыталась вымогать у вас тоже она по собственной инициативе.
А ваш отец всего-то хотел просто увидеться с вами. Наш сотрудник сегодня с ним побеседовал. Так вот, ваш отец говорит, что все эти годы он часто думал о вас. Пытался вас разыскать, повиниться. А Матвеева так все преподносил, будто бы вы не желаете с ним общаться. Он сейчас в больнице, если надумаете. Это вряд ли. А, ну, дело ваше. Так, не буду вас больше задерживать. Угу. Всего хорошего. Спасибо, Игорь. Да, всего доброго. До свидания. Нет, я все равно не верю, что он тут ни при чем. Отец так, с позволения сказать. Всю жизнь какие-то от него проблемы. Сначала матери жизнь испортил, теперь из-за него чуть меня не убили. Мне страшно представить, что было бы с Максимом. Нет, Лёль, Румянцев сказал, что ни при чем, значит, ни при чем. Это все Виктория затеяла. Он, наоборот, хотел с тобой встретиться, прощения попросить. Угу. Я очень рада за него. Лучше поздно, чем никогда. Вот что мне Максиму сказать? Кто на меня напал? Я бы сказала, как есть. То есть ты предлагаешь сказать, что у него неожиданно появился дед, а его сожительница меня заказала? Ну уж нет, такая правда ему ни к чему, да? Разберешься. Садись в машину, поехали. И Кириенко, и Матвеева не были знакомы ни с Егоровой, ни с Хлебниковой. На оба эпизода у них алиби. Кириенко срок отбывал, а Матвеева гостила у родственников в деревне. Угу. Ну и так понятно, что Матвеева тут ни при чем. Да, и судя по экспертизе, толстовки из салона машины Егорова Николай Ларису не убивал. На толстовке кровь водителя, которого он избил. И тот, на его счастье, жив и даже почти здоров. Получается тупик? Да, выходит так. С версиями у нас пока не густо. И зацепок никаких. Пожалуй, если это все же какой-то псих, имеет смысл посоветоваться с этим доктором, Ставицким. Хотя бы будет психологический портрет убийцы. Вы говорите, во втором случае был всего один удар по голове, но сильный и точно рассчитанный. Да, именно так. Тогда я не могу утверждать, что оба этих преступления совершил один и тот же человек. Угу. Я хорошо помню то первое убийство. Ваш предшественник просил меня тогда составить психологический портрет предполагаемого убийцы. И каков он, на ваш взгляд? Мужчина, средних лет. Нормально социализированный, имеющий работу, круг общения, постоянно проживающий в городе, с нарушенной психикой, но без диагноза или с неправильно поставленным диагнозом. В первом случае убийца действовал явно в состоянии аффекта. А вот то, что сейчас вы мне описали, это другая история. Здесь преступник до самого конца сохранял контроль над своими действиями. То есть, получается, все же два разных человека. Такой вывод напрашивается, конечно, но... Дорогой Игорь Александрович, я не могу быть столь категоричен. Учитывая, что между убийствами прошел целый год, это может оказаться один и тот же человек. Вот как. Угу. Представим, что в течение этого года он принимал успокоительные препараты. И это вполне объясняет иной характер его действий. Все эти препараты рецептурные, так ведь? Совершенно верно. И тех, кому они выписаны, вы можете вычислить по назначениям. Да-да. Заодно поднимите свои старые дела. Я почти уверен, что этот человек уже привлекался за нападение на женщин. Просто эти нападения не связывались между собой. Они не заканчивались убийствами. Поэтому никому в голову не пришло их связать между собой. Ага. Или не обязательно нападение. К примеру, случай жестокого обращения с женщиной. То есть вы считаете, что он мог засветиться еще до убийства Хлебникова? Я почти в этом уверен. И, Игорь Александрович, в своих поисках обратите внимание вот на что. Это не просто эпизоды насилия. Это эпизоды, под которые преступник подводит свою теоретическую базу, связанную с идеей брака, брачных символов,
Совершенно очевидно, что обручальное кольцо для него нечто важное, символическое. Я бы сказал, фетиш. Ничего себе. Брачная церемония, кольцо как символ брака. Угу. Они, возможно, занимают очень важное место в его болезненных фантазиях. Угу. Ну, договаривайте, доктор. Плохая новость в том, что, скорее всего, он продолжит убивать. Очень вкусные пироги. Спасибо вам. Давно не ел домашней выпечки. Я рад, что понравилось. Вам врач что сказал? Полный покой. А вы чего? Ну, я не могу без дела сидеть. Тем более пироги печь, знаете, нетрудно. А можно я задам нескромный вопрос? Да, пожалуйста. У вас есть дети? Нет. А что? Просто мне показалось, что вы согласились на занятия, только когда узнали про моего сына. Это правда? А я сам рос без отца. А на первой тренировке сразу понял, что вы воспитываете Максима одна. Неужели его отец вообще не появляется? Нет, он где-то в бегах, надеюсь, что не вернется. Знаете, с меня довольна того, что объявился мой родной отец. Я рассказывала вам про него. Ну, а с ним-то какая проблема? Да проблема только одна, я не хочу его видеть. А он на старости лет решил покаяться, а я не могу простить. Ну и что сложного? Не хотите, не встречайтесь. Ну да. Моя подруга Инна считает, что Максим должен познакомиться с дедом. Вот вы как думаете, Максиму это надо или нет? Ну, на этот вопрос, пожалуй, только сам Максим и может ответить. Ведь он достаточно взрослый, чтобы самому принимать решение. А я тоже своего отца не видел. Мне было 3 года, когда он ушел. Когда я обижался на маму за что-нибудь, я думал, что найду отца и уйду к нему. Но так ни разу этого и не сделал. А потом искали? Да, я нашел его адрес. Но пока собирался, его не стало. А сейчас очень жалею, что так и не смог с ним встретиться. А может, хотите еще пирога? Угу. Я бы не отказался. Давайте. Извините, кажется, телефон. Это по работе, я быстро. Хорошо. Да, Валентина Петровна. Что случилось? Ой, очень даже случилось. Любочка, мне кажется, что мы тут без тебя никак не разберемся. Представляешь, эта Таня начала делать клиентке блондирование, перепутала оксидант и, в общем, спалила ей все концы к чертовой матери. Клиентка рыдает, это тоже того гляди в истерику впадет. Ну, Любочка, может, ты смогла бы приехать? Так, спокойно, без паники. Трубку Тане передайте, пожалуйста. А клиентку успокойте, скажите, что денег мы с нее не возьмем, что мастер все исправит. Предложите ей чай, кофе, там, валерьянки накапайте. Извините, у меня там молоденькая девочка напортачила немного. Да-да-да, вы не отвлекайтесь. Танечка, возьми трубку, пожалуйста. Девушка, вы не волнуйтесь, все будет очень хорошо. Сейчас мастер все исправит, поверьте. Тань, слышишь меня? Да. Да не переживай ты так, ну с кем не случается. Все исправим. Слушай меня внимательно. Сейчас говоришь клиентке, что мы ей сделаем за счет салона ботокс для волос. Ты ботокс для волос делала когда-нибудь? Нет. Да ничего страшного, это несложно. Смотри. Видишь шкаф? На 3-й полке стоит коробка с ботоксом. Достаешь, моешь голову, сушишь полотенцем, распределяешь ботокс по всей длине, надеваешь шапочку и греешь феном. Время процедуры указано на коробке. Ты все поняла? Да. Ну вот и все, успокоилась? Да. Молодец. Любовь Павловна, мне надо идти. Не отвлекайтесь. Провожать не надо. А, да.
Да-да, нашла. Тань, ты пока голову ей не вымыла, можешь сфотографировать? Я посмотрю, в каком состоянии волосы, и напишу тебе, какую следующую процедуру делать. Поняла? Поняла, поняла. Ты запомнила, что после чего делать? Как будто бы да. Молодец. Только сразу фотографии пришли. Я жду. Какой у тебя кулон красивый. Где ты взяла? А это мой талисман. Это мне любимый подарил в честь нашего знакомства. Любовь Павловна, я забыл свою жилетку. Не приближайтесь ко мне. Я буду кричать. Я вызову полицию. Что случилось? В чем дело? Этот кулон, он принадлежал Ларисе, он был на ней в тот день, когда ее убили. А когда ее нашли, его на ней не было, я это точно знаю, мне следователь рассказал. А как он у вас оказался? Я нашел его, когда спешил на первое занятие с вашей собакой. Я его подобрал. И решил спросить. У охраны парка не спрашивал ли кто. Вот и все. Так почему же вы не узнали? Потому что спустя полтора часа увидел полицию, которая там все обыскивала. И опять было найдено тело убитой девушки. Да, и почему-то кулон полиции вы не отдали. Я помню, вы тогда опоздали на первую тренировку. И у вас был порван рукав. И вы вышли из кустов прямо от пруда, где потом нашли тело Ларисы. И еще хотели выяснить у меня, не удалось ли что-то следствию найти? Да, у меня была порвана куртка. Потому что я пытался разнять двух служебных молодых собак. А из кустов я вынырнул, потому что я пытался успеть на нашу тренировку и решил срезать через озеро. У вас еще какие-то будут вопросы? Нет, я звоню следователю, пускай разбирается. Да пожалуйста, ваше право, звоните, звоните. Они уже 3 раза проверяли у меня алиби. Еще с момента первого убийства. Звоните! Почему проверяли? Что почему? Почему проверяли? Я, наверное, должен был вам раньше рассказать. Год назад на этом месте около пруда была убита девушка. Звали ее Юлия Хлебникова. Мы с ней были знакомы. Я думал, мы поженимся. Я собирался сделать ей предложение, но она сказала, что я ей не подхожу, и у нее другой мужчина. Это был последний раз, когда я ее видел. Через 2 недели она позвонила мне. Слушаю. Дима. Дим, я с ним рассталась. Он полный придурок. Ты можешь за мной приехать, пожалуйста? Я что-то так напилась, забрела, неизвестно куда. Забери меня. Денег ни копейки. Димочка, ты слышишь меня? Ты чего молчишь? Мы, по-моему, все обсудили. Ты приедешь? Нет, я не могу, у меня встреча. Пока. А на утро ее нашли у пруда. Я до сих пор себя виню, что я не смог приехать к ней тогда. Потому что если бы я согласился забрать ее, то, может быть, она была бы сейчас жива.
Какая красота. Я так давно об этом мечтала, Женечка. Леночка, я не ожидал, что на тебя этот цирк произведет такое впечатление. Мне как-то холодно, да и вообще мы сейчас так с тобой обед в гостинице пропустим. Ну, подумаешь, обед. Ты же говорил, там прекрасный ресторан, можно заказать все в номер. Я хочу себе купить что-нибудь на память. Смотри, сувениры, украшения из метеорита. Как это романтично. Вер, ну, ты серьезно? Тебя привлекает дешевая бижутерия? Ты же не наденешь эту пластмасску на заседание бюджетной комиссии, Вер. Ну, почему бы и нет? Если оно будет напоминать мне о так внезапно случившемся у нас с тобой еще одном медовом месяце. Не хочешь, не покупай. Я сделаю это сама. Самостоятельная. А в тот вечер я был последний, кому позвонила Юлия Хлебникова. Ну, конечно же, они меня подозревали. Конечно же, они проверяли мое алиби. Алиби подтвердили? Или вы были один дома? На момент убийства я был со своим коллегой в кафе. И я понятия не имею, кто мог ее убить. Так, может быть, это тот мужчина, которого она выбрала? Я не думаю. Они на тот момент поссорились. Он вызвал такси и уехал тусить с друзьями. Она осталась одна, напилась и непонятно каким образом оказалась в парке. Откуда вы все знаете? Вот я не поверю, что следователь вот так все вам рассказал. Я решил самостоятельно расследовать это дело. Да, у меня не сильно получается. Я поэтому и не отдал полиции кулон. Потому что они и прошлое убийство не смогли раскрыть. И я уверен, что и это не смогут. В день, когда напали на вас, я решил натаскать Зевса на поиск следов. Я дал ему понюхать платок, в который был завернут вот этот самый кулон. Нюхай. Зевс, ищи. И что? Ничего. Собака привела нас на то же самое место. Молодец, Зевс. Возможно, убийца просто выкинул кулон в кусты. К тому моменту уже прошло 2 дня, и следы были затоптаны полицией. Наверное, я должен был вам это сразу рассказать, да? Ну, у нас как-то изначально не задалось общение. У нас? Нет, извините, это у вас не задалось общение. Вы сразу меня игнорировали, и я подумала, что вы какой-то жена-ненавистник. Чего? Мне нравится вот это. О, отличный выбор. Прошу вас, мадам. Если размер не подойдет, это не проблема. Я могу увеличить. Цена останется прежней. О, отлично. Видишь? Оно как будто для меня изготовлено. Носи с удовольствием, душа моя. И подгонять не придется. Отлично. Упаковка тоже не нужна, я сразу пойду в нем. Прекрасно. Вер, ты чего? Вер, я заплачу. Пожалуйста. И сдачи не надо. О, спасибо. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Заходите еще. Спасибо, дорогой. При дневном свете она выглядит еще красивее. Похоже на звездочку. Рад, что тебе понравилось. Предлагаю заканчивать наши прогулки. Пойти, наконец, пообедать. И... Да, дорогой, да. Дальше будет все, как ты захочешь. Это я жена-ненавистник? Почему? Просто я не очень понимаю женщин. Ну, это заметно. Нет, в личной жизни ладно. Но по работе все, я зарекся. Чуть что не так, сразу истерика, сразу скандал, крики. А я человек простой. У меня есть задача, надо решать. Вот я и решил работать только с мужиками. А дамы с собачками – это не мой профиль. То есть вы стали со мной общаться только потому, что на меня напали в парке?
и я могла бы помочь вашему расследованию. Да нет, вчера я приехал, чтобы проведать Максима, узнать, как у него дела, как он тут. А сегодня я приехал, чтобы сказать, что вы мне нравитесь. Довольно сильно. Ну, наверное, я должен был сказать это в более романтичной обстановке, да? Ну, извините. Извините, так уж вышло. Вот как получилось, так уж получилось. Ладно, я бы хотела вам верить. И если все, что вы сказали, это правда, кулон надо вернуть немедленно следователю. Ну, разумеется. Именно так я и хочу сделать. Отвезу его в полицию прямо сейчас. Лариса говорила, что кулон ей подарили в память о первой встрече. В каком-то романтичном месте. А где у нас в городе романтичные места? М? Зевс, ты знаешь романтичные места в городе? Ну вот, и я не знаю. Ну, извини. Как-то мне все не до романтики было. А как ты думаешь? Дмитрий правду говорит или нет? Вот и мне очень хочется ему верить. Ой, а там наш приехали. Пойдем здесь, пойдем встречать. Мам, привет. Привет, как успехи в школе? Все хорошо. Зевс, привет. Получите, распишитесь. Привет. Как сама? Молодец. Как проводишь время? Очень познавательно. Хорошо, сейчас расскажу. Пойдемте в дом обедать. Пойдем, обедать. Зевс, пошли. Зевс, Зевс, на. Максим, ну сам говоришь, собаку не закармливайся. Но я же вижу все. Ну я один кусочек. Да-да, пирог будешь? Да. Мам, можно я у себя доем? Скоро Маша приедет, будем заниматься. Подожди, я тебе чай налью. Не, можно без чая, спасибо. Зевс, рядом. Спорим, он этот пирог собаке скормит. Да тут спорить не надо, конечно, скормит. Ну, рассказывай, что там у тебя произошло. Сегодня у меня был Воронов. Зевс, ну тебе нельзя больше. Ну не выпрашивай, Зевс. И не смотри на меня так. Ну я тоже есть хочу. Ну ладно. Ну, если честно, я попросила еще раз Румянцева проверить алиби Воронова по обоим убийствам. И все, что он сказал тебе, это правда. Почему ты мне ничего не говорила? Ну, тебе еще этих переживаний не хватало. Да, и кулон следователю он отдал. Я проверила информацию, я звонила Румянцеву, пока ждала Максима у школы. А что такая загадочная? Ты мне все рассказала? Да... Не придумывай. Ну, не хочешь, не говори. Захочешь, расскажешь. Потом. Ну все, я побежала. Спасибо, было очень вкусно. Спасибо. Давай я пирог тебе с собой положу. Давай, положи. Два кусочка Эдуарду угощу. Мы сейчас с ним встречаемся около строительного магазина. Да, будем доски покупать для моих новых полок. Кстати, замечательный мужик оказался. У него еще и фургон есть. Не надо будет доставку заказывать. Я очень тебя прошу, будь, пожалуйста, аккуратнее. Румянцев консультировался с психиатром, и, возможно, я повторяю, это возможно. В городе орудует серийный убийца. Сотрудники Румянцева, они уже проверяют все происшествия за последние 2 года. Но психиатр считает, что нападения еще были, просто они не были связаны с этими убийствами. Ну и, разумеется, информация секретная, так что, пожалуйста, никому. Тебе я просто не могла об этом не сказать. Я поняла, спасибо. Тебе спасибо. Все, я побежала. Провожать меня не надо. Угу. Все, пока. Пока.
А ты чего такая грустная? Инна узнала, кто на тебя напал? Нет. А что вообще с этим расследованием? Какой же ты у меня большой стал. Такой умный. Так люблю тебя. С расследованием пока ничего не понятно, но как выяснится, я обязательно тебе расскажу. Хорошо? Хорошо. А чего ты тогда сейчас загрустила? Мне надо на работу съесть, Инне, не расскажешь? Ну тебе нельзя. Мне очень надо. Ну хорошо, но только ты поедешь на такси, а не за рулем. Ну конечно, обещаю. Тань, привет. Любовь Павловна, здравствуйте. Я сейчас. Мы буквально скоро закончим. А нет, работа спокойно. Я на минуточку. К Валентине Петровне. Кое-что уточнить. Здрасте, пожалуйста. Здравствуйте, Валентина Петровна. Ну, прям коза. Мы тебе же сказали дома лежать. Ну, что ты прискакала? У нас все в порядке. Мы справляемся. Все хорошо. Я на такси приехала. Мне очень нужен журнал записи. Угу. Ну, пойдем. На, вот. Все за последний месяц. Чего ищешь? Помните, вы мне про актрису рассказывали, на которую маньяк в парке напал? Забыла ее фамилию, как? Анна... Завьялова. Анна Завьялова, да. А зачем тебе эта актриса? А я подумала, что следователю надо про нее рассказать. Она может что-то вспомнить. А, подожди. Нет, не здесь. Ага, вот, вот ее телефон. Так. Нет, нет, не просите даже весь этот ужас... Я не хочу вспоминать. Послушайте, ну вы же слышали, что в парке убили еще одну девушку. Это очень важно. Вдруг вы что-то знаете, какие-то детали вспомните. Вы что, смеетесь сейчас надо мной? Следователю я тем более ничего не скажу. А вы расскажите мне, я ваше имя даже упоминать не буду. Это очень важно. Ладно, давайте. У меня через час репетиция. Через 15 минут в кафе у театра, знаете? Да, конечно. Подъезжайте, я вас буду там ждать. Хорошо, я выезжаю, спасибо. Сейчас, секундочку, подождите, я подойду. Лёля, ну что ты опять задумала? Все будет хорошо. Расскажешь потом? Обязательно. Любовь Павловна, вы меня простите, пожалуйста. Я правда не понимаю, как так я? Вы мне тогда из зарплаты вычтите. Танюш, да перестань. Мы же все исправили. Все в порядке. Вычитать ничего не собираюсь. Спасибо. А я уже всех своих клиентов постоянных обзвонила. Сказала, что теперь у вас работаю. Ну вот и замечательно. В конце месяца окажется, что это я тебе премию должна, а не зарплату удерживать. Мне пора. Пока. Танюш, работай. Я тогда из гостей возвращалась. Поздно было. Решила срезать. Через парк так короче до дома. Я не знаю. Я не знаю, откуда он появился, просто он схватил меня сзади, за шею и стал душить. У меня тогда вся жизнь перед глазами промелькнула. Потом он меня резко развернул к себе, схватил за руку, стал гладить, что-то там бормотать, какой-то бред, какое-то кольцо. Что, женщина, какой-то запах. Я не понимала. Как вам удалось бежать? Ну, я поняла, что у него не все в порядке с головой. Я стала ему подыгрывать. Я стала ему говорить, что я на все согласна. Я согласна. Подожди. Я согласна. Он... Тянул руку в карман. Не знаю, зачем. Я воспользовалась случаем, просто со всей силы ударила его коленом в пах. Попыталась убежать, но он схватил меня и завалил. Я стала ногами отмахиваться и в результате ударила его со всего маху каблуком прямо в лоб.
Он схватился за лицо. Я дальше не помню, что было. Как в тумане. Побежала. Куда глаза глядят. Ой, знаете, мне очень долго еще. Потом кошмары снились. Говорю, и руки трясутся. А вы сказали про запах. Что вы имели в виду? Он говорил, что я пахну его женщиной. Мне как-то подарили духи после спектакля. Ну, как это обычно поклонники делают в подарочной упаковке. Знаете, такой ненавязчивый запах, легкий. Сирени, да, сирени. Вы смогли лицо разглядеть? Какие-то приметы, особенности? Ничего необычного. Такое простое, добродушное, деревенское лицо. Чуть выше меня, плотного телосложения. У него еще кепка была какая-то темная, сверху капюшон. Знаете, я его так, ну, сильно ударила. Мне кажется, 100% у него должен какой-то след от каблука остаться. Так а почему вы сразу в полицию не заявили? Я от любовника возвращалась. Мы с ним сильно поругались. Он пошел к жене домой, поэтому не стал меня провожать. А я пошла к мужу. Вы знаете, мне меньше всего хотелось бы, чтобы об этом кто-то знал. Не переживайте, я не сдам. Вы извините, мне нужно идти. Да. Но если вы об этом скажете следователю, я буду все отрицать. До свидания. До свидания. Простое деревенское добродушное лицо. Темная кепка. И букет ей очень правильно достался. Сирени. Да, слушаю. Игорь Александрович, кажется, я поняла, кто убийца из парка. Инна в опасности, она с ним сейчас. Что происходит? Не бойся. Потерпи. Скоро ты все узнаешь. Зачем ты меня связал? Чтобы ты меня выслушала. Тогда ты все поймешь. До тебя ни одна не дослушала. А что, были и другие? Они не в счет. Ты моя единственная. Моя половинка. Не бойся. Не бойся. Это будет приятный сюрприз. Александрович, мы выяснили. Да. У него мастерская в промзоне на улице Тухачевского. Угу. Я думаю, Инну Перцеву он туда повез. Так понял. Далеко вы? Ну, где-то минут за 20 доедем. Я буду раньше. Ага. Тогда в репортаже я понял, что ты говоришь со мной лично. Про любовь. Про то, как трудно найти по-настоящему родную душу. Вот. Я рад, что мы наконец-то с тобой нашли друг друга. От тебя пахнет сиренью. А это значит, что ты приняла мое предложение. Вот. И это кольцо станет символом нашей с тобой любви. И мы с тобой никогда не расстанемся. Второе. Забыл купить. А? Для себя. А себе кольцо я куплю завтра.
так отошел от нее! Не подходи, или я прирежу ее! Тихо, 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 тихо. Я сказал, не подходи! Все, 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 все. Костя, держишь его? Не дергайся. Ты как, цела? Спасибо. Ух ты. Сейчас, так, спокойно. Что ты, главное, не шевелись. Не дергайся, я сказал. Сейчас, сейчас. Потерпи, сейчас скорая приедет. Ин, прости, по-другому в такой ситуации просто никак было. Да все нормально, Игорь. Ну, ты ж слышал, доктор сказал, жить я буду. Скажи, как удалось его вычислить? Да это подруге твоей Молодцовой удалось. Так что ее благодари. Ты, главное, поправляйся. Я погнала. Выздоравливаю. Вот. Чего? Под верстаком нашли. Это Торо дневник вел. Да? Тут очень странно. Первая запись про Инну помечена датой как раз, когда убили Ларису Егорову. Так, а про Егорова что там сказано? Да. В том-то и дело, что ничего. Да? Ну-ка, ну-ка. Посмотрим. Действительно, это странно. Три дня как минимум. И не проси, раньше ты отсюда не выйдешь. Вань, ты с ума сошел? Какие три дня? Я совершенно здорова. Ну, о твоем здоровье судить мне. А с ума я сошел много лет назад. Когда сказал тебе, что нам нужно расстаться. Боги мои. Неужели я дожила до этого светлого дня, когда безупречный, безукоризненный Боголюбов решил признаться в том, что он когда-то ошибся? Ин, не ерничай, я серьезно. Если серьезно, Ваня, мы оба с тобой были дураками. Жаль только, что полжизни спустя мы готовы в этом признаться. Но у нас впереди, по крайней мере, столько же. Надо исправлять ошибки. Здравствуйте. Здравствуйте, голубушка. Вот так вы, значит, выполняете рекомендации врача? Я к Инне ненадолго, потом к вам. А до этого вы бегали по городу и ловили маньяков. Да. Наслышан. Ладно, я не буду вам мешать. Но вы загляните ко мне после. Обязательно. Как же я испугалась за тебя. Да ладно, перестань, все уже позади. Я так понимаю, что впереди нас ждет очень много интересного, да? Не знаю. Может быть, доктор это от нервов расчувствовался. Только теперь я отсюда точно не выбежусь. Пока не пойму, насколько это было всерьез. Конечно, потребуется официальное освидетельствование, но и без него уже можно с уверенностью сказать, что парень болен. Понятно. Не может отвечать за свои действия. Зато теперь мы понимаем принцип, по которому он выбирал своих жертв. Да, и каков же он? Ну, во-первых, это женщина, что называется, с обложки. Угу. То есть те, чьи изображения он мог видеть ежедневно. А во-вторых, все эти женщины каким-то образом в сознании Эдуарда связаны с идеей брака, брачных отношений. Ну, с сыном тут все понятно. Он увидел ее репортаж с открытия дворца бракосочетания. Здесь сходится. А Хлебникова? Насколько я понимаю, он увидел ее фото в витрине свадебного салона. Ах, вот она что. Еще он упоминал какую-то актрису с афиши спектакля «Будьте моим мужем». Да, именно благодаря ей Молодцова смогла познать убийцу. Всем этим женщинам Эдуард посылал в подарок духи. И потом выслеживал. А когда понимал, что женщина ими воспользовалась, он считал, что его предложение принято. Только вот последняя убитая им жертва как-то не очень во все это вписывается.
Владимир Генрихович, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами расследования убийства Ларисы Егоровой. Угу. Вера Андреевна, ваш кофе с корицей, как вы любите. Спасибо, Любочка. Вы довольны? Все великолепно. Я рада. Люба, может быть, мне все-таки решиться на эту круговую подтяжку? Вера Андреевна, ну не придумывайте, вы прекрасно выглядите, особенно сегодня. Такая отдохнувшая, помолодевшая, посвежевшая. Спасибо. Мы с мужем себе устроили такой романтический уикенд. Я давно так не отдыхала. Ну, там еще такое место, располагающее к релаксу, к созерцанию прекрасного. Посмотрите, какую себе там безделицу присмотрела. Какая красота. Какой у тебя кулон красивый. Это мне любимый подарил. В честь нашего знакомства. А где вы познакомились? Ой, это было так романтично. Главное, знаете, место такое прям какое-то волшебное. Продавец уверял, что это осколок метеорита. Где же вы прикупили такую красоту? В поселке художников. Только чур такой, как у меня, не покупать. Ну, хорошо, конечно. Зачем нам одинаковые, да? Договорились. Ой, хорошо, хорошо. Ну что, Женечка? Что? Твое кольцо произвело фурор, а ты говорил, дешевая бижутерия. Вы что там, всем салоном восхищались? Ну, не всем, но Любаша, хозяйка салона, тут же накинулась с расспросами, где такое купить. Mm-hmm. Я рад. Так, тебя на работу или домой? А ты куда-то торопишься? Да идея одна в голову пришла. Хочу съездить в мастерскую, ну, поработать. Ну, хорошо, я тогда тоже поработаю. Максим, ну, конечно, я не против. Пускай, может, тебе обед разогреет. Я хотя бы буду спокойна, что ты не одним бутербродом питаешься. Да, такси я вам вызову. Только когда дом доберетесь, мне обязательно сообщите. Обязательно. Пока. Так. И чем это ты будешь занята, если попросила Таню подменить себя на полдня? Да мне все не дает покоя. Тайный ухажер Ларисы. Толмачева кольцо показала. Ее камень такой же, как на кулоне Ларисы. Говорит, купила в поселке художников. И что ты задумала? Поеду туда, проверю. Может, продавец вспомнит Ларису, с кем она приходила, например. Ой, не знаю. Не нравится мне все это. Слушай, позвони ты следователю. Пусть они едут, разбираются, выясняют. Да я звонила ему уже. У него телефон выключен. Я, конечно, передала информацию через дежурного. Ой, Валентина Петровна, ничего со мной не случится. Поеду, узнаю. Как раз, может, ты мне подарок прикуплю ко дню рождения. Ну, что скажете, Владимир Генрихович? Я... Не могу однозначно утверждать, что это не Эдуард. Да. В беседе с ним я упомянул Егорову. Он как-то односложно ответил и потом сразу замкнулся. Так что вполне возможно. Извините, мне пора. Да-да. Я бы завтра с ним еще раз встретился. Да-да, конечно. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь есть кто-нибудь? Так и думал, что догадаешься. Сама приперлась. Молодец. Не подвела. Не вздумай рыпаться. Башку проломлю. Тише, 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 тише. Человек, давайте с нами поиграем. В другой поиграем. Раз? Ой, не хочет. Ну что, лови? Добрый день. Здравствуйте. К сожалению, наш магазин уже закрыт. Приходите завтра, пожалуйста. А я хотел бы выбрать украшение для своей девушки. Понимаю, но мы не можем вас обслужить. Приходите завтра.
Дело в том, что мы хотели здесь с ней встретиться, чтобы она сама выбрала. Слушайте, ну я же объясняю, магазин закрыт, мы не можем вас обслужить. Приходите завтра, что тут непонятного? Да мы хотели сейчас выбрать, ну что ж такое-то, а? Ты сам напросился. А меня-то за что? А я думала, что это он. Это не он, это я. Больно. Давайте я подую. Не надо дуть. А давайте я вам лучше руки развяжу. Да, да. Давайте. Ну, так как вы оба здесь вообще оказались? Я пыталась вам дозвониться. А, ну да, дежурный мне передал. А вы? Хорошо, хоть сами смогли с ним справиться. Да я следом приехал. Я заскочил к Лёле, к Любови Павловне на работу. И узнал, куда она направилась. А вы чего? От госпитализации отказались? Полежали бы вместе с своей подругой, неуемной нашей, мадам Перцевой. Ладно, простите, что ворчу. На самом деле, без вас мы бы еще долго за ним гонялись. Если вообще додумались. Муж вице-мэр. Хотя вряд ли Толмачеву теперь при должности останется. Так, ну что, вас подвезти? Да нет, я думаю, что мы сами справимся. Да? Ну как? Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь, Евгений Игоревич. Во время обыска вашей мастерской был обнаружен молоток со следами крови. Экспертизой установлено, что это кровь Егоровой Ларисы Геннадьевны. И чтобы вы понимали, за умышленное убийство беременной женщины, а Лариса была беременна, и я уверен, что вы об этом знали, срок вам светит пожизненный. К тому же вы еще и от свидетелей пытались избавиться. Ну, я вижу, вы со следствием сотрудничать не желаете, так что... Постойте. Лариса требовала, чтобы я развелся с Верой, а я без Веры никто. Как-то так вышло, что все мои заказы, в общем-то, благодаря веренным связям. А что же вас тогда не устраивало в вашем браке? Понимаете, я творческий человек, я художник. Mm-hmm. Рутина меня душит, мне нужны сильные эмоции, новые впечатления. И все это вы находили на стороне? Да. И пару лет назад Вера узнала о моем мимолетном романе. Я поклялся, что ничего подобного больше не повторится. Год, честно, ни на кого не смотрел. Но понял, что работать совсем не могу. От отчаяния поехал в поселок художников, подумал, может, там удастся найти хоть какую-нибудь идею для творчества. И встретил там Ларису. А она как раз от мужа накануне ушла. Представляете? А неправда из метеорита сделана? А какой мне смысл обманывать? Ну, разве что меня самого обманули. Хотя, скажу честно, материал и правду особенно. Пришлось повозиться, очень трудно было обрабатывать. Такие чудные они, я бы все скупила. А вы себе или в подарок? Себе. В подарок. И по какому такому случаю? Знаете, начало новой жизни. Прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушайте, вы меня простите, но я вас подслушал. С чем бы это ни было связано, но начинать новую жизнь с подарка самой себе как-то неправильно. Да? Позвольте, я выберу. Пожалуйста. Вот этот. Покажите. Прекрасный выбор. О, вам очень идет. Шикарно. Правда. С началом новой жизни. Спасибо. Я плачу. Да вы что? Да не надо, я... Это подарок. Это не обсуждается. Сколько? 7. Пожалуйста. Сдачи не надо. О, спасибо. Спасибо вам большое. Носите на счастье. Спасибо. И как долго вы встречались с Ларисой? Ну, почти полгода. Как же вам удавалось скрываться так, что никто никогда вас вместе не видел? Место встречи оговаривали заранее. Приезжали туда по отдельности. В общем, полная конспирация. Угу. И пока она не развелась, ее это вполне устраивало, поскольку опасалась, что брошенный ревнивый муж может следить за ней. Но как только развелась, все как-то сразу усложнилось. Вы знали, что она была беременна? Я подумал, что это просто шантаж с ее стороны. Поскольку в тот день мы уже договорились с ней о встрече. Потом приехал ее муж, устроил ей скандал, чуть не избил. И ее сорвало. Ларис, что случилось? Ты что такая грустная? Жень, да я тебе при встрече скажу. Расскажи сейчас, мне же интересно. Я беременна. Ты серьезно? Угу. Малыш, ну это же сейчас так не вовремя. Ты все это время на нервах. Это же обязательно на ребенке отразится. То есть ты намекаешь, что лучше от него избавиться? Нет, конечно нет. Ну, давай встретимся и все спокойно обсудим. Хорошо. Но скажи, ты же теперь разведешься, да? Разведусь. Конечно, разведусь. Сейчас мы с тобой встретимся и обо всем договоримся. Давай в парке. В 7 часов. Договорились? Хорошо. В парке в 7. Все, целую. Угу, пока. Прости. Прости меня, любимый. Ты меня неправильно поняла. Ну, конечно, я счастлив. Просто это было так неожиданно. Конечно, я растерялся. Правда? Ты правда рад? И ты что, ты все решил и... Ты рассказал ей? Вечером скажу. Или завтра. Давай лучше завтра. А сегодня мы поедем к тебе. И вообще, считаю, хватит нам прятаться. Мы будем счастливы. Кстати, у меня есть для тебя маленький сюрприз. Повернись. Сейчас. Вот эта деталь про кольцо на правой руке. Так. Откуда вы это узнали? Кольцо упоминается только в материалах расследования убийства Хлебниковой. Так Вера наобещала ее матери, что будет лично контролировать это дело. Затребовала себе все необходимые материалы. А-а-а. Так что у меня была возможность ознакомиться. Ты обещал меня сегодня выписать. А ты обещал мне дать ответ. Ваня, ну сам подумай, какая у нас с тобой будет жизнь? Ты все время на работе. И я все время на работе. Зато мы никогда друг другу не надоедим. Это правда. Видеться мы с тобой будем раз в полгода. Ну уж нет, я буду заезжать с тобой каждый день после работы. Куда? На очередное место преступления? Почему нет? Я врач, пригожусь. Ну что, я так понимаю, у тебя на все мои возражения найдется ответ. Даже не сомневайся. Тогда мой ответ – да.
распорядись, пожалуйста, выдать мне мои вещи. Мне очень на работу надо. Смотри, какой у нас Зевс. Ага. Видишь, глаза какие умные. Да. Когда тебя выпишут, а я в школе буду, за тобой Зевс будет присматривать. Дмитрий Иванович говорит, что лучше няньки, чем лабрадор, на свете нет. А Дмитрий Иванович, это... Это кинолог. Мы же Зевса недавно взяли. Он помогает его воспитывать. Кстати, через пару часов у нас занятия, так что... Мам, можно я еще у дедушки побуду? Ну, хорошо. Вы, кстати, чем-то похожи. А вот мы с мамой на море ездили. Да. Лови. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Зевс, похоже, тебе придется пока одному поиграть. А что случилось? Ведь дама с собачками не ваш профиль. И женщины такие сложные, понять их невозможно. Ну, вот одно из них мне бы очень хотелось понять.